гранит. Надену валенки да красные пальто, пойду проведаю любимую столицу, хоть в этом виде не узнает и никто. Возьму с собой я в прогулку кавалера, он бесяки мои все знает наизусть, где иностранец, не сын миллионера. Бухгалтер он простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть в душе покой. Придя в холодную и пыльную конторку, разложит стопками бумаги на столе, закрутит в трубочку советскую махорку и будет думать только-только обо мне. Рабочий день его почти уже закончен, а дебют с крикетом остался не сведен. Ему плевать на это, лишь бы днем и ночью я пел эту песенку о нем. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть в душе покой. Вышел к Танечке. Как будто вчерашнее мероприятие у меня еще не закончилось. Легендарная группа «Комбинация». У нас для вас подарок. Два места среди наших экспертов. Мы к тебе, Серег. Да. Все. Целую вас, мои дорогие. Спасибо. Вот это начало. Добрый вечер, друзья! В последнее время искусственный интеллект замещает человека во многих сферах. Но в искусстве, а особенно в пении, он никогда нас не превзойдет, ведь у него нет души. А вокал без души никому не нужен. Поэтому мы не боимся восстания машин. Добро пожаловать на самое душевное вокальное шоу страны. Ну-ка, все вместе! Первый полуфинал!
Позади меня восседает «Сотня» — наш органический суперкомпьютер, состоящий из экспертов. Эта машина анализирует выступления по десяткам параметров и безошибочно определяет лучших. Среди ее компонентов представители всех существующих жанров и направлений. Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, доценты, кандидаты и доктора наук, обладатели различных премий и легенды музыкального мира. Центральный процессор этого мощного аппарата немного устарел, но прекрасно работает. Лидер «Сотни» — несравненный Сергей Лазарев. Здравствуйте, уважаемые зрители. Привет, Коля. Привет, «Сотня». Да, действительно, наша «Сотня» функционирует как один большой суперкомпьютер, в котором важна работа каждого чипа и каждой детали. Но при этом мы остаемся людьми, у которых есть чувства. И эти чувства сегодня обострены до предела, ведь это первый полуфинал. Давайте скорее начинать. Удачи всем участникам. Правила полуфинала те же, что и в отборочных турах. Участники должны спеть так, чтобы эксперты поднялись и подпели им. Сколько экспертов встанет, столько баллов получит вокалист. Тройка лучших займет места лидеров. Но сколько участников пройдут в финал сезона – пока что секрет. До самого конца почти все сохранят шансы на попадание в последний этап, где мы разыграем звание победителя и главный денежный приз – 5 миллионов рублей! А также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки. Отборочные этапы позади. Здесь только лучшие из лучших. Мы начинаем первый полуфинал самого грандиозного вокального шоу. Ну-ка, все вместе! Так как это полуфинал, уровень участников высокий. А есть какие-то фавориты уже, на кого вообще, мы должны обратить внимание? Вообще мы честные. Ты все по-серьез кидаешь, это просто серьезно. Не шоу, да? А бьются они за 5 миллионов, да? 5 миллионов рублей и ротация на новом радио. Прекрасно. Всем здравствуйте, меня зовут Екатерина Великопольская, мне 32 года, и я из республики Коми, поселка Нижний Отос. Я в полуфинале, ну-ка все вместе, я несказанно счастлива за эту возможность. В отборочном туре нашего 5-го сезона я была под номером 2, вторым участником, и началась песня, и я понимаю, что с каких-то нот я начинаю чувствовать волнение, и такая думаю, нет, Катя, мы не сдадимся здесь, мы сделали все, чтобы встать здесь и дать максимальный результат. Я была очень рада, что встало так много людей. Насколько я помню, был какой-то потом сумбур после меня, то есть очень долго были обсуждения. Я просто скажу, что это было очень классно, это было очень драйвово, это было качево. В принципе, я довольна выступлением, я держалась действительно хорошо, несмотря на то, что происходит с нами на сцене, это никто никогда не поймет, пока он не встанет там и не будет слышать, видеть эти эмоции, видеть, когда кто-то не встает, ты начинаешь еще больше стараться, пытаться форсировать звук. И ты этого не видишь, когда ты сидишь за телевизором, да, собственно, это нужно прожить. Вот, но я счастлива, я правда счастлива, не сказала. Сегодня нас 10 участников, и каждый глубоко в душе надеется пройти в финал. И каждый подготовил какие-то свои сильные стороны. Но так как я техно-фолк певица, и я люблю все этнические призвучки, и я вообще, в принципе, это моя органика, мне в этом комфортно. Сегодня будет другая песня. Это будет зажигательный трек. Я очень надеюсь, что я справлюсь с волнением и выдам все, что я смогу. Просто буду петь для всех. А, хорошая, хорошая девочка. Боже, какая красивая обувь. Апельсинчик. Солнце. Пела техно такое, народное с технозаводом. Здравствуйте, уважаемая «Сотня».
Я рада вновь присутствовать на этой сцене. Мы сегодня все очень волнуемся, но я надеюсь, что мы преодолеем наше волнение, соберемся и максимально дадим результат. Ну, по ней у меня были сомнения, так. Я на нее не встал. Потому что мне показалось, что это чересчур сделанная история. Она вроде народная, но она не народная. Вот сейчас хочу понять, что у нее. Ну, она поменяла, видишь? Поменяла все. Интересно. Она и в музыке тоже поменяла что-то? Да мы вообще... I'm your hero, моя дорогая. Давайте посмотрим, сколько голосов набирает Екатерина Великопольская, которая открыла наш полуфинал. Катя, сколько ты набрала баллов в отборочном? 93. О как! Может, цифры местами кто-то перепутал? 84. Слав. Думаю, что ты помнишь тот момент, когда ты был сам в полуфиналах. Сильно что помню. Что это за состояние? Я до сих пор с психологом прорабатываю эту травму. Потому что дикое волнение, безусловно, потому что, когда ты выходишь, ты чувствуешь себя очень маленьким человеком, и над тобой вот эта огромная стена профессионалов, которые смотрят тебя детально вообще. Что за образ, что одет, песня, не песня, что за маникюр. Ты находишься как будто под микроскопом. Ты думаешь, у нас так хорошо видят эксперты? Ну, смотря кто. Я вижу в общем, все. Действительно, это очень волнительно, поэтому я не мог тебя не поддержать. Особенно, когда выходишь выступать первым. Спасибо. У тебя такой красивый голос, такой легкий, полетный. Спасибо тебе, классное выступление. Я, конечно, понимаю, что ожидания завышены, но все-таки, ну, не 48 баллов. Арсений Бородин, это же
Твоя тема. I'm a hero. Поорать, да. Екатерина, у нас сегодня полуфинал, поэтому мы не можем давать каких-то уже, знаете, там, шансов. Здесь было вне грува, вне движения. Вы очень нервничали. У вас не прозвучал голос абсолютно в этой песне, при том, что он у вас красивый. Но сейчас, в данный момент времени, не сработало, не сложилось. А вот Марина Фирсова и Олеся Евстигнеева сегодня пришли как на бал. Екатерина пела народную песню в отборочных. Ты помнишь? Конечно. Всех поразила. И я за нее заступалась. Катюша, дело в том, что, конечно, волнение, оно сыграло. Все вы знаете сами, что получилось. Но я как эксперт в какой-то момент, я думаю, ну вот, а за что я могу встать и все-таки поддержать? Потому что понятно, что очень строгое у нас сегодня жюри, и мы будем прям под микроскопом разглядывать каждого. Но я подумала, что вы красавица. Это первое. Во-вторых, у вас потрясающий образ. У вас обалденные силы, мощности, красоты, тембр голоса. И вы уверены, несмотря на то, что вы видели, что уже мало людей встает, вы до конца были артисткой. И поэтому мы с Олесей практически на последних секундах решили, что мы вас все-таки поддержим. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Продолжайте фолк продвигать в массы. Сердечко вам от нас. А что добавит народная фея? Народная фея. Катенька, ну вот, хочу обратить внимание. Все-таки какова сила народной песни? Отдельные аплодисменты. У вас прекрасный проект. И вы знаете, вспоминая ваше прошлое выступление, я думаю, ну вот как же так, да? Сегодня вы тоже проявили себя как эстрадный исполнитель. Я не могу сказать, что это было плохо. Это было очень даже достойно. Вы показали свой тембр, вы его раскрыли, вы показали абсолютно другую сторону. У вас есть все шансы добиться больших величин на нашем поприще. Спасибо огромное. Я вам этого желаю. Большой удачи, успеха. Развивайтесь, пойте обязательно и, конечно, сверкайте. Спасибо. Ну что ж, Ален, это не два кусочка колбаски. Это три. Да. Как тебе? Здравствуй, Катя. Ты очень красивая, ты очень артистично яркая. Я честно скажу, что я впервые в жюри вообще, в каких-то таких больших всероссийских. И мне, не знаю, мне как-то здесь очень волнительно. Я знаю, что такое конкурс. Это какая неблагодарная история, боже мой. Это какой-то вот миг. А люди какие неблагодарные. Представляете, как нам. В красном квадрате сидят. Представляю, да. А почему ты не встала? Ну, потому что я боялась. Я не знала, как себя вести. Я тебе могу сказать, поменьше старайся на сцене. Это сразу считывается. Пусть это будет фальшивая нота, пусть это будет какой-то кураж. Старание, оно всегда немножко гасит. И это всегда видно и слышно. Сегодня, к сожалению, это было. Я в следующий раз, когда приду на твой концерт, твое выступление, уже без всяких конкурсов, я буду хлопать от души, потому что, ну, такая девушка я должна пробиться. Я обязательно приглашу. Спасибо. Спасибо. Все, тебе напишут, пригласят. Танечка. Ну, а тебе как? Я тоже впервые в такой роли. Да ужас, я не представляю, какой-то. Как вы живы до сих пор здесь все. Потому что это на самом деле такой стресс. Я вся мокрая. Я вспотела от ужаса. Да? А это только начало. Ну вот, поэтому я первый раз к Кате. Я не потею два сезона. Ну, молодец. Я надеюсь, что в следующий раз я тоже буду по суше как-то. А сегодня мне нехорошо прям. Кать, несмотря ни на что, правда, голос у вас шикарный. Выглядите вы потрясающе. Действительно, чуть больше куража, наверное, надо было. И вот это вот старание отличницы. Знаете, вот мы все хотим быть отличницами, да? Вот чтобы пятерочку. А иногда можно так немножечко и на троечку, чтобы в душе поспокойнее было. Тогда и вам будет легче на самом деле. А так у вас все получается. Вы большая молодец. И даже, я не знаю, каким образом вас оценивать. Мы абсолютные коллеги, поэтому поздравляю вас с тем, что вы в полуфинале. Это уже... Мне сказали, какое большое количество людей не дошло до сегодняшнего дня. Поэтому это тоже, наверное, большой шаг вперед. От всей души вам желаю удачи. Все у вас будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Танечка. Я и так несказанно счастлива, что я побывала в полуфинале. Поэтому вам огромное спасибо за эту возможность. Это тоже достижение. Это достижение. В наше-то время, да. На таком конкурсе. Ну что, Сергей? Екатерина, ну вот это тот самый случай, синдром человека, который прошел сразу же с первого места дальше, и который не испытал, что такое баттл. Так часто бывает.
вот этого, наверное, этапа батлов вам, наверное, тоже в какой-то степени не хватило. Потому что на крыльях вот этих вот, сколько, 93, да, голоса стали в первый раз. Вы на этих баллах и влетели в полуфинал и чуть-чуть сами как-то крылья себе пообломали. Конечно же, мы сегодня будем гораздо строже судить, потому что отборочный этап прошел, теперь полуфинал, и только 8 лучших участников пройдут в финал. Поэтому уже поблажек точно никаких не может быть. Что касается конкретно этого выступления, мне кажется, вам подходит эта песня. Все было замечательно в плане выбора песни. И мне как раз хотелось бы посмотреть, что вы можете еще. Вокально мне в вас не хватило немножко народности даже в этой песне, пусть вставки какой-то. А так, хорошее выступление. И мы все равно вам аплодируем. И мне действительно очень понравился ваш проект, который вы делаете. Да, это здорово. А вы посмотрели? Я... Правда? Да, правда. Вы молодец, и продолжайте. Это ваше. Я уверен, что этого будет большое количество почитателей и слушателей. Браво. Спасибо. Ну что ж, 48 голосов. Результат первого выступления нашего первого полуфинала. Екатерина Великопольская проходит в тройку лидеров. Ну, я считаю, что ей песня подходит. Просто она с ней... Она ее под себя немножко... Не справилась. Материал все равно нет-нет, через себя пропущен. Пропущенный, да. И все равно начало было немножко такое... другим, да. Я даже не сразу угадала, что это Анида Хирова. Но это, мне кажется, сдерживала себя. Сдерживала. Первое полуфинальное выступление подняло на ноги 48 экспертов. Увидим ли мы сегодня стоящий всю сотню? Будем надеяться. А вот следующий участник твердо в это верит. Встречаем его аплодисментами. Вообще у нас 8 участников должно быть, но там было таких классных 2, что мы добрали 2 ребят, поэтому у нас 10 участников в первом полуфинале. Меня зовут Бек Исраилов, мне 30 лет, я из города Бишкек, Кыргызстан. Честно, я очень рад, что я прошел полуфинал. Если честно, я не ожидал, что наберу 99 баллов. Один человек, который не встал, после сказал, что я недостаточно прочувствовал эту песню. Но потом он попросил спеть что-нибудь акапельно. Я спел песню «Бизекуюс». В полуфинале я приготовил очень классную песню, классную композицию. Если честно, очень переживаю. Я сейчас стараюсь подружиться с аранжировкой этой песни, но на сцене я уже буду максимально стараться и в этот раз уже набрать 100 баллов. Следующий конкурсант. Кто это? Не могу вспомнить. Это тот, который завоевал 100 баллов. Здравствуйте, уважаемая сотня. Меня зовут Бек Исраилов. Я из города Бишкек, Кыргызстан. Я безумно рад вновь стоять на этой сцене. Низкий вам поклон. Но он разорвал нас просто. Это было 100, но просто один дотошный эксперт. Мы его чуть не придушили, этого эксперта. Мне Бруно Марса напоминает, простите, кстати, пожалуйста. Да. Ну, вот... Особенно как-то да, в некоторых... Да-да-да, как только когда улыбаться начинает, да-да-да-да. Вот я переживаю, на самом деле, за него, потому что он невероятный. О. Твои истории, твои мечты, все то, чем в жизни себя тешишь. Грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви. Немного жаль твоей надежды. Все это было, но, увы, уже не будет так, как прежде. Немного жаль, что на показ мы наши чувства.
любовь играть, и ты не хочешь этого скрывать. А годы лучшие умчались вдаль. Все это грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви. Какая клевая аранжировка, продакшн, прикольно. Немного жаль твоей надежды. Все это было, но, увы, уже не будет так, как прежде. Немного жаль, что на показ мы наши чувства выставляли. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний. Эта версия больше нравится. В последний раз. Немного жаль, что потеряли друг друга мы. В последний. Очень-очень круто! Спасибо. Именно так Филипп Киркоров мечтал петь эту песню. Давайте посмотрим, сколько голосов набрал Бек. 93 голоса. Давид. Что? Что? Это я вас хочу спросить. Что? Ну что, в отборочном туре я не встал на Бека и объяснил свою причину. Что и сейчас я не встал. Вам композитор написал мелодию. Вам поэт написал стихи. У вас песня «Исповедь». Вот вы тогда я вам сказал, опять, потому что опять если, мне так же если бы мне так же объяснялись любви, я бы повесился. Вы сейчас мне второй раз на суицид накидываете. Поэтому не объясняется вам в любви, потому что вы такой злостный. Это полуфинал. Да. Мы все знаем, что здесь все хорошо поющие. И он прекрасно поющий человек. Но когда выходит человек, где написаны слова, стихи, а он поет для себя, мне интересно, что за исповедь такая у вас происходит. Где душа-то у вас? Где смысл? Где это все? Ну что, Давид, извините, мы бездушные певцы. Ольга, не стыдно вам? На первом ряду. Пересадите Ольгу, пересадите, пожалуйста. Первый ряд плохо на нее влияет. Что произошло вообще? Ой. Да. Ужасное влияние первого ряда, оно меня сломало. Вы знаете... Вас соседи вообще в подъезд будут дикие пускать? Дикие люди, я боюсь, нет. А вы знаете, вы когда вышли, вот... я сказала, боже мой, какой у него был голос, вы помните, да? На отборочном я помню, это было сразу фантастически. Ребята, извините, ну сколько нас? Нас 7 несчастных, да? Не так воспринявших. Когда вы выходите, Сережа выходит, Филипп Бедросович выходит. От вас энергетика такая, что начинаешь плакать до того, как вы вышли. Ну что ж тут сделать? Ну, так я 25 лет уже, рыдаю. Мы с Лазаревым рыдаем, 25 вот. Лет выходя ну, на сцену. Что ж я могу сделать, если это действительно так? Вот понимаете, когда выходит великий, ну большой, ну сильный, ну я не знаю, как вам это назвать. Это все я. Это все вы. Когда выходит гениальный... И тот гениальный, и этот гениальный. Не задумываешься о чем. А я у вас сразу услышала слова, как отдельно, как нарезанная колбаска. Вы их так мне разложили. Это группа «Комбинация» повлияла. Ну что ж, а вот заслуженный артист Татарстана Альберт Джалилов стоит. Стоит. Восхищение. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле, я был близок к тому, чтобы не встать тоже. Почему? Дело в том, что ну, вот у меня есть там условно 5 критериев основных, по которым какие? Я оцениваю. Итак, 5. Первый. Ну, например, вокал. Вокал. Да, это главный критерий, да? Да? Вокальный второе. Конкурс все-таки. Второй. Вокал текст. Был? Вокал был. Да, дальше. Но песня простая, с другой стороны. Как вокальная простая? Песня простая. Вокально, это не простая вокально песня. Песня простая. Тем более для тенора. Это несложная песня. Это первое. Второе — текст. Вот здесь я абсолютно соглашусь с тем, что говорили, что все-таки проникновения настоящего в текст не было. Поэтому у меня здесь было, знаете, как на тоненького говорят. То есть у меня было
вот 50 на 50 примерно, и все-таки один голос в итоге перевесил, и я все-таки встал, потому что это было очень точно. Он очень хорошо слился с аранжировкой. Это было такое единение, симбиоз. Но я думаю, что даже с этим баллом будет очень сложно дальше, потому что конкуренция, я чувствую, предстоит мощнейшая. Но я, тем не менее, поздравляю. Выступление было очень точным. Спасибо за этот профессионализм. Но дальше будет сложнее. И Танечка Иванова, и Алена Апина, они стоят. Я хочу сказать вот что. Когда я видела этого прекрасного красавца, я поняла, что он далеко пойдет, потому что он красивый, он очень стильный и очень какой-то уверенный в себе молодой человек. И когда он запел, я даже спросила Сережа, а чья это песня? Я, честно говоря, не сразу узнала. Да, бывает такое, потому что по-другому запел. А что касается фразировок, окончаний, интонирований и прочего, вещей. Ребята, это великая восточная вокальная школа, которую к нам сюда, в Россию, привез Батыр Шукенов, Мурат Насыров. Это прекрасное пение, оно немножко другое, оно по-другому, оно из других каких-то вот состоит флюидов и красок. Спасибо вам огромное. И держитесь. Вам спасибо. Держитесь вот в этом русле. Вы прекрасны. Спасибо. Танечка. Ой, я вообще, когда слышу такие мужские тембра, у меня шкура дыбом просто поднимается. Мурашки были, мне этого показалось достаточно. Окончание я уже потом и не слушала. Я слушаю только вот этот ваш песок в голосе, абсолютно прекрасный. Спасибо вам большое за такое исполнение. Спасибо. Сергей, скажи мне, мне показалось или тебе понравилась аранжировка? Мне вообще выступление понравилось. Скажите мне, кто-нибудь из вас во время его выступления вспомнил или сравнил с Филиппом? Нет. Вот, нет. Это конечно, самое, да. Это самое нет. Главное, что он ты был такой, лучше. До такой степени присвоил себе песню. Он совершенно по-другому ее спел. Он добавил, не постеснялся добавить себя, своих каких-то вокализов, то, чего там нет вообще. И это было очень к месту. Поэтому для меня это было очень классное выступление. Но почему 93? Ты знаешь, я тебе во время второго куплета тебе вот это. Куда ты смотришь? Вот мы здесь. Я, собственно, понимаю, про что сказала Ольга, и согласен, и Давид тоже. Я согласен, потому что все-таки ты работаешь для зрителя. И сейчас был немножко больше как музыкант такой, да, чуть-чуть в себе. Но нам бы хотелось, чтобы ты был рассказчиком. Спел идеально. Это новое дыхание этой песни. Прям вот я готов в такой аранжировке добавить плейлист, и это просто версия 23-го года. Поэтому браво! Я очень надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы пройти в финал, потому что ты для меня точно финалист. Никак не могу спасибо. Понять. Спасибо всем большое. То ли у Сергея Лазарева сломался процессор, то ли он перезагрузился. Перезагрузился. Да, совсем обновился. Другой человек. Ну что ж, Бек, со счетом 93 голоса вы занимаете первое место в тройке лидеров. Браво, поздравляем вас. Такое прям ощущение, что сегодня будет прям борьба-борьба. Вот 93 — это такой балл для финала, для полуфинала. Это высокий. Нет, не высокий. Нет, не высокий. Ну, голос красивый. Нет, то, что какие у него данные, просто потрясающие. Я таких голосов давно просто не слышала на самом деле. Даже здесь на сцене чувствуется волнение участников. И это нормально. В конце концов, они в шаге от заветного финала юбилейного сезона. Ну-ка, все вместе. Мы продолжаем. Давайте споем дальше. У нас в отборочном туре даже с 93 баллами уходили. Потому да что ладно. Были выше. Обалдеть. В отборочном. А здесь, конечно, 93 это тоже... Ну так. Ну жалко, конечно, хороший мальчик. Тут уже, конечно, борьба до последнего голоса. Всем привет, меня зовут Алсу Шайдулина, я из города Москвы. Я получила 99 баллов, хотя должна была получить 100. Когда я выступала, я уже ближе к концу песни, только на самом деле посмотрела на жюри, потому что, мне кажется, я смотрела на них, но я их абсолютно не видела, потому что я была настолько в себе, настолько сконцентрирована, вот, что уже только в самом конце, когда у меня была такая медленная часть, я ее допевала, кинула взгляд на стену, поняла, что у меня
вся желтая стена, и только где-то здесь, в углу, справа, я вижу, что горит красное. Я видела, что ему тоже понравилось. Он встал, он пел. Для меня это самое важное. Спасибо вам огромное. Очень спасибо. Уверенное, классное исполнение. Я очень надеюсь, что вы попадете в полуфинал. Спасибо большое. Я бы просто хотела поблагодарить всех тех людей, которые, в принципе, в течение всей моей жизни меня поддерживают. Родные тоже поддерживают. Но в основном это мама. То есть она мой главный фанат. Вот. Папа умер, поэтому этого не видят. Но я думаю, что он этого больше всего хотел. Папа был очень творческим. Но вот именно в творчестве нереализованном. То есть он был просто водителем. Мама просто учительница. Вот. А я вот у них такая уродилась. Творческая натура. Вот. Папа очень много в меня вкладывал. Именно эмоционально, наверное. А маме медведь наступил на ухо, как она говорит. Вот. Хотя я очень любила слушать, как она поет. То есть в детстве мы ложились к ней с братом на... коленки, и она вот своим вот этим вот красивым голосом пела нам разные песни. И они вот разные чувства и ощущения у меня вызывали. От каких-то я прям плакала. Поэтому и папа, видимо, вложил, и мама тоже вот своим вот потрясающим голосом и классными песнями вселила в меня любовь к музыке и к творчеству. Ох, какая красивая. Птица, белая птица. Ну, будет песня про птицу космическая белую. Космическая просто. О, батюшки, а что так-то? Здравствуйте, мои любимые эксперты. Меня зовут Алсу. Я ничего не хочу для вас говорить сейчас. Хочется успокоиться, немножечко помолчать и просто для вас петь. Все, с нами не хотят больше разговаривать. Но внешний вид, и мне очень много вопросов. Почему? А мне наоборот прикольно. Да она такая, она дерзкая. Дерзкая, да? Дерзкая. Это тяжелая песня. Постановка номеров у каждого участника. Заметь, да, какой свет шикарный. Просто завораживает. Вообще, она отдельно от музыки поет.
Она то здесь, то здесь. Взглядом посмотрела на стену, конечно. Видели, да? Давайте посмотрим, сколько голосов экспертов набрала Алсу Шайдулина с песней «Лорин Тату». А сейчас у меня вопрос к Ирине Олифер. Ирочка, ты такая печальная, такая грустная. Ты проплакала всю ночь, пересматривала 5-й сезон на медиаплатформе «Смотрим». Конечно, еще раз буду пересматривать и 1000 раз буду пересматривать. Держи микрофон. Я абсолютно советую всем, потому что у нас очень крутой проект. На самом деле я расстроена. Я не могла не встать на такой потрясающий голос, на такой голос мощный. Конечно, у нас все здесь выступают не без огрех. Кому-то не хватает энергии. Я считаю, что вы абсолютно целостный артист. На вас хочется смотреть, за вами хочется наблюдать, и вас хочется слушать. Сегодня получилось так, и мне, конечно, за эту цифру очень обидно, потому что я знаю, что ваш голос, и вы можете гораздо больше. У вас нет предела и нет границ в том, что вы можете сделать. Так хотел, чтобы вы были в финале. Вы потрясающие. Спасибо большое. Яна Блиндер, вроде бы я так и не понял. То ли ты решила встать последним именем, то ли ты не успела. А что ж так долго сидела-то? Жемчуг давит. Нет, я прошу прощения. Я ждала, да, и я не успела. Я всегда думала, вот странные, да, у которых так получается. Теперь я в их числе. Уникальная, красивая, не такая, как Яна, все. Яна, прости, пожалуйста. Тогда объясни, почему ты не вставала с самого начала? Конкурс называется «Ну-ка, все вместе». И это про не про точности вокала, а про энергию. Хочется встать или не хочется встать. Хочется подпевать или не хочется. Я не почувствовала, что я хочу подпеть. Все. Это все, но тем не менее мне очень сильно понравился образ. С точки зрения вокала все очень было четко. Если уж говорить про вокал, да, то это не просто. Ты заразила этим своего напарника, я смотрю, аж 23, глубокий философский хип-хоп исполнитель. Во-первых, всем привет, рад вас всех приветствовать. Мы с этой девушкой у одного мастера косы плетем. Я вот изначально уже хотел вставать, понимаете? Ну почему не встал? Рассказываю. Я ждала. Я вот за эту девочку, за Алсу, очень сильно топил. У нее есть суперские вокальные данные. У нее есть суперский вид внешний. Но вот этот трек меня вот конкретно не цеплял. Я ждал более мощнейшего трека. Тебя не цепило, а всю Европу зацепил и первое место занял на Евровидении в этом году. Сергей, вот ты вот рассказывал мне то, что советские песни будут жить вечно, а потом пару шоу назад говорил, вот вы все встаете на советских песнях, а вот почему вы на новых песнях? Я говорю, что надо с уважением относиться и к советскому в том числе. Я что сказал, что это плохая песня? Я что сказал, что это хорошая песня? Я сказал, что я с тобой не согласен? Я сказал лишь то, что эта песня победитель Евровидения этого года. Все. Так где я здесь не... моя оценка? Так и я не сказал, что это плохая песня. Ты сказал, что она просто не мощная. Ты ожидал мощной. Я сказал, что эта песня была достаточно мощной для Европы, чтобы победить. Я это не сказал, не что она не мощная. Ты сказал, что она не мощная. Ты сказал, что она не мощная. Но именно то, что вот... Ну, она могла бы сделать другую песню... И она бы мощнее бы меня цепанула. Ну, меня, ну, реально, ну, не зацепило. Это, не а меня это... зацепил мой Смотри, микрофон. Ашот, спасибо, Ашот. То, что тебя не зацепило, это ты имеешь на это право. Поговорите абсолютно нормально. После. Спасибо, это честно. Спасибо. Лина Ли, Линочка. Алсу, я стала на первом припеве, потому что меня как будто на физическом уровне током ударило. Я не могла не нажать на эту кнопку. Но я скажу, возможно, 31 человек, который не встали, со мной согласятся. У меня было ощущение, что в первом мощном припеве вы показали
почти все, что у вас есть. И поэтому из-за этого как такового развития не было. Это оно было, но минимальное. Казалось, что песня мощная, красивая, но ровная. Поэтому в конце как будто бы не случилось нарастание. Это мое... Ну, вы прекрасны. Мне очень нравится ваш образ. Спасибо и ваш большое. Голос. А что скажет Танечка Иванова? Ну, у вас действительно красивый, мощный голос. Но вот не знаю, не могу сказать, что мне чего-то не хватило. Вообще, вот все, что мы сейчас вам сегодня все говорим здесь, в том числе и я, это все, безусловно, определенно вкусовщина. Вот мне нравится, кому-то не нравится. Поэтому вот, несмотря на то, что я сижу, я вам скажу такую вещь. Поменьше слушайте вообще всех экспертов. Если бы не конкурс, я думаю, что вообще вы забили бы на все это дело и пели бы в свое удовольствие. Я вам от души желаю успеха. И все у вас будет хорошо, вы умничка. Да, спасибо большое. Ну, пока говорила Татьяна Иванова, ко мне прильнул Алексей Глызин. Говорит, боже мой, мои девчонки, сколько всего могу рассказать. Не как надо. Интересно не было. Надо. Попробуй только. Попробуй. Сказал, попробуй только. Попробуй только. Я говорю правду, только правду. Мы вместе гастролировали. Это были лучшие годы моей и, надеюсь, их жизни тоже. Ну что ж, Сергей Лазарев. Алсу, все-таки, конечно, экспертов слушать нужно. Может, в каком-то процентном соотношении для себя выберите, сколько процентов слушать, а сколько не слушать. Но, тем не менее, мы здесь для того, чтобы вам помочь. И, может быть, какие-то советы вам действительно помогут. Что касается конкретно вашего выступления в полуфинале, на мой взгляд, было очень много подражания именно Лорин, которая поет эту песню. Такое ощущение, как будто все было чуть занижено. И вот этого полета не произошло. Было много артистизма, образ, номер, без пяти минут Евровидения повторили нам здесь. Все это здорово. Но если бы вы были собой чуть больше и меньше пародировали или подражали Лорин, я думаю, что вы бы свободнее в этой песне просто себя показали и были гораздо бы убедительнее. А так у вас есть все, что нужно для артистки, абсолютно. Вы такая хулигантка, такая дерзкая. Это очень хорошо для сцены, это прекрасно. Вот обуздать всю эту энергетику, и будет все здорово. А так, поздравляю. Спасибо, спасибо. Мы провожаем Алсу Шайдуллину в тройку лидеров. Она занимает почетное второе место. Это нервотрепка, это кошмар. Да мне понравилось, как и голосовое, и психологическое. Кроме вот, типа, энергетическое. Просто не добило, как будто чуть-чуть. Энергетическое не добило. Она просто полпесни в пол спела вот так вот. Ну, я, например, на Алсу встала в прошлый раз, безусловно. Сейчас тоже встала, но прям вот очень боролась. Алсу была тогда точнее. В отборочных Алсу набрала 99 баллов, а сейчас только 69. Это еще раз доказывает, что полуфиналы нашего шоу непредсказуемые. Но мы за это их и любим. Ну-ка, все вместе, ну-ка, продолжим. Они одного не понимают, что они выходят в полуфинал, и мы ждем от них еще больше того, что они показали на отборочных, что они будут биться. А у них такое ощущение, что они в данный момент просто сдулись. Занимаются каким-то самотворчеством абсолютно. Не выражая, не показывая свои новые возможности. Да, сейчас нужно бороться. Я не вижу этой борьбы. Привет, я Эка. Я из Москвы, и я полуфиналистка. В отборочном туре я чувствовала себя прекрасно, уверенно на сцене. Я видела знакомые лица, которые мне улыбались, которые меня поддерживали. Все было очень позитивно, мне очень понравилось. Я абсолютно не уверена была, то, что даже при этих обстоятельствах я смогу выйти в полуфинал. Меня спас батл. Батл был такой интересный. Мы как раз обсуждали, находясь за стойками второго и третьего места с девушкой Дашей, обсуждали, что смотри, как классно получается. У тебя молодость, драйв, а у меня эстетика, джаз и опыт. Я понимаю, что это вот и это может стрельнуть, и это, у этого есть свои плюсы, но и у того есть свои минусы. И поэтому мы шли очень
Вот так вот наравне. Абсолютно было непонятно, что в итоге произойдет. А с моего ракурса, где я сидела, пока она пела, я не могла даже соотнести то количество людей, которые встали и которые не встали. И мне до последнего было неясно, сколько она наберет баллов. Всего 2 человека. Вот кто эти 2 человека, которые меня спасли? Большая им благодарность. Сейчас для полуфинала я подготовила сногсшибательное красное платье с прекрасным разрезом. Хочу, конечно, выйти в финал, выиграть 5 миллионов рублей. Но соперники у меня такие сильные, что даже не знаю, что получится из этого. Но надежда есть и стремление есть. Я буду стараться. Опа! Красотка! Это пушка. Это эко. Здравствуйте, уважаемая сотня. Добрый вечер, дорогие телезрители. Меня зовут Эко. И я хочу нам всем пожелать хороших, добрых песен. И побольше. Очень собрано и спокойно. А теперь бы ей включить обаяшку. Именно с обаянием была проблема в отборочном туре. Не переиграть. Да, она тогда очень много старалась. Вот это было бы круто. То, что она споет, как бы понятно. Хотя, непонятно. Днем город как город, и люди как люди вокруг. Неожиданно очень. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. Это опять они сегодня не все в голосе поют. И Гамлет страдает, и снова поет Лоэнгрин. Ах, этот вечер. Запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле. Ах, этот вечер. Блистательное эхо!
Привет, дорогая. Привет, привет. Баллы нашей сотни. Давайте посмотрим, сколько их. 73 голоса. Не согласен. Я не согласен совершенно. Тоже с тобой совершенно не согласен. Труднейшая песня на русском языке. Я вообще считаю, что полуфиналы и финалы, либо только финал, должны быть только песни на русском языке. Потому что я понимаю, популярная музыка, мировая, тут и люди показывают, Коль, на что... Коль, ну пока что, прости, но пока что у нас с русскими песнями вот, все так и было. Вот, я и говорю, с русскими песнями. Хорошо. Потому что русская музыка и русское исполнение — это самое трудное. Конечно. Вот, Анжелика Алферова со мной согласится. Я там стоял, меня просто накрывала волна от твоего движения в музыке, от твоего пения. Это было превосходно. Это труднейшая песня со своими какими-то добавками, которые ты сделала. Этими мелизмами. Это ноты сумасшедшие верхние. Эко, ну блистательно просто. А эти 27 человек. Для меня что, крайне много, да ты так и не споешь очень... эту песню даже. Сиди тут в красном квадрате. Я оцениваю. Оцениваешь. Бесподобно, никого не слушай. А, друзья, мне кажется, что не все понимают, какого класса высочайшего Конечно. Профессионала стоит перед нами. Это первое. Второе. Не все понимают, насколько сложно так филигранно спеть в этой тональности. Особенно Дунаевского. Да. Мы сидим и себя здесь строим, но каждого из нас, выведя на эту сцену, никто так не споет. Да, да. Главное, что я хочу сказать, что когда педагог, при том, что это фантастическая артистка, вокалистка, еще и уделяет время своим ученикам, умудряется в своем графике, приводит их с собой, я не знаю, я бы сошла с ума, если бы я стояла на конкурсной сцене, мои ученики смотрели на меня. Это говорит о том, что у нее настолько мощнейшая профессиональная броня, она настолько в себе уверенный человек, настолько уверена в том, что она поистине профи, что здесь могут быть только овации. Ну, не знаю, ребят, если кто-то сможет выйти и повторить номер, который сейчас был так же достойно, я буду аплодировать стоя, но не факт. Ну, разве Михаил Боярский, а не Невески могли бы повторить этот номер? Ну, естественно, да. Конечно, само собой, всю эту верхотуру. В 83-м они блестяще исполняли эту песню. Ну, Крайнова, давай, рассказывай. Что ты так смеешься? Блистательная вокалистка. Что, не так, что ли? Блистательная. И не поспоришь, что вы сегодня придрались к моему вокалу. У меня все хорошо. Я придрался не к твоему вокалу, я придрался к твоему отношению. Слушай, ну я так бы не хотела спеть, давай будем честны. Мне не понравилось. Не понравилось, почему? Объясню. Во-первых, было очень много верхов. Очень много верхов. Ощущение было такое, как будто бы я приехала на детский праздник, и вот я как вижу аниматора, который вот поет для детей. У меня было абсолютно такое ощущение. И где вы найти таких аниматоров? Я говорю, да, можно мне телефончик? Да, очень здорово. Но сейчас я высказываю свое мнение. Спасибо. И, в общем-то, в конце, да, и в середине было очень много помарок, очень было много недотяжек до верхушек. Ну и, собственно, вообще, в принципе, какой-то не зацепило такое вот прям... Да, да, да. Какое-то такое все рассеянное. Я не поднялась. Ну, извините, спасибо, это мое личное мнение. Спасибо, да. Спасибо. Ну, вы потрясающе выглядите, вы очень красиво, и сегодня прям образ вау. Благодарю. Ты тоже хорошо выглядишь. Спасибо. Да, не понимаю я. Не понимаю. Коленька, ну а что тут не понять? Ну как? Ну почему, Олечка? Ну как? Я объясню, почему я не встала. Я знаю эту вокалистку, я очень ее люблю. Я знаю ее возможности. Но в данный момент мне показалось, что это вокальная эквилибристика была. Вы пытались нам доказать, что вы вот это можете, и вот это, и вот это. А что в этом плохого? Вы пели про вечер, про любовь. Но вы пели это так громко! А я хотела внутреннего состояния вашего душевного, а мне понимаете? Такой вечер, я может быть ну, черт уйду знает. Сегодня отсюда. Конечно, у меня такой вечер, но у меня такая эмоция. Понимаете? Но я не поверила в ваши эмоции, к сожалению, и меня это абсолютно не тронуло. Вот вас не тронуло. Нет. А Андрея Солода, профессора, пожалуйста, выдающегося деятеля эстрадного искусства, человек, у которого есть душа прежде всего.
Может, он так и же слух. Может быть, он так же чувствует этот вечер и любовь. Он так же чувствует просто этот вечер Ольга, и любовь. Просто это не Ольга, это голограмма, это робот. А мы говорили про искусственный интеллект. Ольгу заменили тебя. Просто искусственный интеллект. Души нет, посмотрите. Алина Яровая. Добрый вечер. Здравствуйте, Алина. Катюш, сколько раз мы с тобой выходили на одну сцену в конце гала вечера, концерта, мы пели эту песню. Да, за роялем что... сидел Максим Исаакович Дунаевский. И в этой песне вот так хотелось многоголосие. Она с самим Дунаевским пела, вы слышали? Да, дело в том, что мы вместе с Алиной работали в Московской областной филармонии под руководством Максима Исаакча Дунаевского. Да, и эту песню мы всегда ставили на финал. И все солисты выходили и пели, сливались в огромной полифонии, в красивой. Когда я услышала, что одна девушка выходит начинать эту песню, я думаю, Господи, что же ты там будешь делать, чтобы насытить ее богатством вот этим? То, что ты сделала, это было потрясающе. Ты добавила своим голосом, своими вот этими фиоритурами, вокализами, ты добавила вот это огромное количество красок. Потому что в этой песне они нужны. Ее нужно было развернуть вот так вот, оркестрово. И ты это сделала восхитительно. И ты, эстрадная певица, ты так красиво сделала академично вокализы. Я оценила, спасибо. Да. Спасибо. Ну, если тебе этот кусочек понравился. Мне очень понравился. Ты большая молодец. И я вот согласна с Анжеликой. Она сказала, что ты пригласила своих студентов, потому что ты уверена, что все будет супер. А я думаю, что ты настолько в себе уверена, что ты пригласила своих студентов, даже если бы ты провалилась. И пускай ребятки учатся сейчас, какой характер должен иметь настоящий артист. Этери, дорогая. Я отчасти, наверное... Понимаю, о чем говорит Ольга, о вокальной эквилибристике, но я бы, например, к тебе бы, конечно, это не применила, потому что это конкурс. Мы просто все переглянулись. Это конкурс, и здесь нужно рвать, просто показывать все, на что ты способен, даже в рамках одной песни. И все, что ты сделала, это было сделано с большим вкусом. Я про все эти фишки, которые ты делала, я про них знаю, но просто в последней ноте это все. Ну, думаю, ты еще и это научилась делать. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты здесь. Бесконечно рада. Алена спасибо. Апина. В этом году исполняется 35 лет группе «Комбинация». Вот. Мы, конечно, не такие вокалистки, мы абсолютно другие, но в этом и радость сценического долголетия, долгожития, потому что на сцене человек может быть любым. Но сегодня на этой сцене все реже и реже попадаются те артисты, которые обладают вот таким большим вокальным мастерством. А сегодня я слушала, и зависть большими мурашками бегала. Я хочу, наверное, пойти к тебе учиться. Вот что я тебе хочу сказать. Потому что я тоже хочу петь, как ты. Вот этого за 35 лет я не научилась. Я думаю, что, наверное, пора. Ты красивая, ты стильная. Песня получилась очень и очень душевная. И в голосе в твоем было очень много мастерства и чего-то такого правильного и очень нужного сейчас, чего не хватает, наверное, на сцене. Алена, вот, спасибо. Спасибо большое. Я за тебя. Браво, очень блистательный комментарий Алены Апиной. Эка. Берешь Алену в ученицы? Конечно, в любое время. Я раздвину все свои работы, девчонки, концерты. Девчонки, раздвигайтесь. Да. Да. Ну что ж, Сергей Лазарев. Я категорически, конечно, не согласен с цифрой 73. Я тоже, просто возмущен. Могу, наверное, понять, что, ну, предположить, что песня, которая была исполнена, наверное, не самая, может быть, популярная, не самая конкурсная и не самая понятная. Но в этом, наверное, и мастерство, и дополнительная сложность, челлендж для тебя был. Ты можешь петь любой репертуар. И то, что ты сегодня рискнула, это говорит только о том, что ты мастер своего дела, что никакие конкурсы давно тебе не нужны, ничего тебе не надо доказывать. Потрясающее профессиональное выступление. Все, что хочу сказать. Одно из самых профессиональных... выступлений за этот сезон. Все, теперь не стыдно и уходить. Спасибо. Да, я да, получила да. все, что хотела. Ты никуда не уходишь, Эка. Ты что, у тебя 73 голоса, ты занимаешь второе место в тройке лидеров. Мы, к сожалению, прощаемся с Екатериной Великопольской. У нас, видишь, тут переборщишь со всей этой историей. Нет.
Тут, знаете, ровно спела, то уже нет. Да, слишком ровно. Неровно спела. А? Понимаешь, когда фавориты падают настолько низко, как бы вот это уже 73, очень серьезные вопросы. 73 балла это не низко, на самом деле. Чем отличается полуфинал от отборочных туров? Больше участников, жестче конкуренция и выше ставки. Ведь на кону места в финале. Я уверен, что борьба будет намного зрелищнее. Как и должно быть на самом мощном вокальном шоу страны. Ну-ка, все вместе! Сейчас уже нет случайных. Они все первый раз от нас получали высокие баллы. А потом выйти и получить, например, там 48. Смотри, какая обидно. Да, я представляю. Типа не оправдал ожидания. Это же вообще ужасно. Оправдывать чьи-то ожидания. Всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Варвус. Я из Москвы. Я как бывший эксперт сотни действительно не знала, как меня примут. Но, как оказалось, все видели, что, ну, даже я бы сказала, с любовью. Вот прямо я только вышла. Ой, это же наша Оля. Оля пошла. Ну, это, конечно, уже меня успокоило. Это же Оля! А, вот это я попал. А вот она и есть. Это же Оля! Варвус. Я эту песню действительно прожила. Я ее почувствовала. Хотя я изначально сомневалась, петь мне ее или нет. Но я вложила вот в нее всю свою душу и смысл. И, в общем, сделали ее как-то по-новому, мне кажется, вот по-современнее. И она людям очень понравилась. Всем возрастам. Сегодня я уже в более такой боевой готовности. То есть я должна поднять еще выше планку, чем было в отборе. Я обязана. Я показала сотне, что да, любой из нас может тоже вступить в эту борьбу, вот сделать себе такой вызов и доказать самому себе, что есть еще и силы, и не надо останавливаться никогда. Надо учиться, каждый день совершенствоваться, распеваться часами, работать, что-то там придумывать, сочинять. Не останавливаться, короче. Оля пришла. О, это наш эксперт. Эксперт? Она вообще несколько сезонов стала экспертом. Да? И решила пойти в конкурс. Да ладно. Да, Оля. Оля Варпс. Здравствуйте, дорогие эксперты. Я сегодня очень счастлива снова петь для вас. Знаете, самое сильное чувство в нашей жизни – это вера. Верьте в себя. Ольга Варвус. Хочу верить. Что Оля сделает? Олечка, сделай, моя хорошая. Давай, Олечка, давай борись, давай сражайся. Волнуется. Чего она волнуется? Не знаю, видно, какая. Что волнуется. Оля, давай. By my side, but I spent so many nights thinking how it went wrong, and I grew strong. And I don't know how to carry on. I saw your back from outer space. What это профессионализм? Try.
баллов набрала Ольга Варбус. Кто не встал? Кто не встал? В смысле? Мне понравился вопрос. Кто это? Можно сразу туда микрофон? Автор-исполнитель, актер Руслан Курик. Ох, Руслан, придется держать слово. Да, объясните нам. Ну, во-первых, мне не понравился материал, выбранный, эта песня. Да, слушайте, материал может нравиться, не нравится. Но дело не в этом даже. Ну, меня... высоко сидите, наверное, не долетел. Я не знаю. Сказать нечего, но это позор, 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 позор. Спасибо большое, спасибо. Позор, 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 позор. Ладно, я должен быть непредвзятым. В общем, мы вас сожжем на костре. Посмотрите на эти глаза Давида Винера, как из Шрека, этот кот, который стоял, смотрел. Давид долго сидел, но наконец-то встал. Вы первый раз встали вообще вот в полуфинале. Давид, что произошло? Я объясню, почему. Какое счастье, что наконец-то вы вышли. Я все ждал, когда будет наша русская душа всеобъемлющая. Наша русская душа. И вот это все, что вкладывало. Седер русской песни. Да, манич мама карам, седер. Беседер безрата шем. Так вот, какое счастье, что вышла русская душа, сбитая, с характером, кровь с молоком, и вложила своей душой, голосом в этот текст осмысленный, то, что вкладывала Глория Гейнер. Это было про каждого, это была ваша история. И настолько это было, это то, чего вы добивались с теми, кто не вставал от каждого. Вы смогли объять каждого. Вы каждому посмотрели в глаза, вы каждому спели в уши, вы каждому прокричали в душу. Я смотрел на вашего мужа, на ваших детей, как вы смотрите. Вы прекрасны. Спасибо вам огромное за это выступление. Ольга Варбус занимала у нас место на первом ряду вместе со всеми экспертами. И с ней рядом сидел Николай Ерохин. Ну ты гордишься, держать. Гордишься своей соседкой. Вы друзья всегда мои. Такие два злобных вокалиста. Ну, было дело, да. Друзья мои, вы знаете, когда Оля сегодня вышла на эту сцену, мне захотелось сказать всем телезрителям, чтобы вы понимали, почему Оля была таким строгим судьей. Вот я хотел только что тоже это прокомментировать. Да, ну вот, извини меня, раньше тебя. Да. Почему она так дотошно и строго до всех тоже докапывалась. Вот. Больше сказать нечего. Этот человек имел на это полное право. Когда выходит артист, простите меня, пожалуйста, эко. А мне... такое впечатление, что от Давида Перед, что вы орете и все? И мне было... Мне, ну, это возбуждены потому, что она зарядила, все. Она зарядила нас всех. Такой энергией, возбудила так, что у меня трясутся не только руки, но и ноги. Понимаете? Вот. Вот эко, отличная певица, но мне было холодно. Мне было от нее холодно. А когда вышла сейчас Оля, каждое слово, каждый ее взгляд, а какие ножки, и эта женщина, которая родила трех замечательных детей. Они все вместе с ней, троица, и муж шикарный. Олечка, спасибо тебе огромное. Невозможно разбирать твой вокал, вот, ну не за что даже зацепиться. Старший преподаватель ГИТИСа, Эдита Тибилова. Да. Спасибо за слово. Я впервые здесь, я в шоке, честное слово. Но что я хочу сказать, абсолютно правильно делал Давид, хоть мы его и ругали, что он не вставал, и он был не один. Потому что были требования, чего мы хотим, помимо пения, увидеть на сцене артиста, который понимает мысль, который понимает природу авторской задумки. И самое главное, имеет вот это внутреннее, как говорят у нас в ГИТИСе, зерно. И вот я хочу сказать, что Оля, она смогла вот это все показать на сцене. Простить. Абсолютно верно, Николай. И собрать урожай в 99 голосов. 100%. Оль, я вас поздравляю. Это феноменальное и точное исполнение произведений. Ну что, а я прошу передать этот микрофон Никите Мартынову, редактор журнала Voice. Ну, мне кажется, тут совпало просто все. Энергия, подача, мировой хит, ваше нутро и то, как вы работаете со зрителем, ваш внешний образ, правильно вот сказал Давид, кровь с молоком. По-другому про вас и не скажешь. Успехов, удачи, это было правда вау. Татьяна Иванова.
Оль, ну это было очень драйвово, это было очень качево. Вот, вот такое ощущение, что у вас внутри вот стоял какой-то такой вот штука, вот, которая вас вот прям вот изнутри вот это так вот прям. Яйца, извините, это не я сказала, Тапина. Ну это же, ну это правильно. Да. Это такая редкость, баба с яйцами. Это редкость. Вот женщина вот с этим, то, что сейчас Апина сказала, это очень ценно. Поэтому, Оль, прекрасно. Просто вот замечательно. Спасибо. Очень кайфово. Спасибо. Ну, давай, Серега, жги. Сергей Лазарев. Но если это не 100, то тогда что 100? Я тогда не понимаю. Я отказываюсь понимать. Это первый раз за весь сезон, когда я встал, вскочил на этот стул. Потому что это восторг. Столько было там свободы, столько было уверенности. Действительно, как артист отработал и на зрителей, и на членов жюри, и на камеры. При этом абсолютно действительно свобода в голосе. Ну, я это восторг. Вот сегодня, вот сейчас это дива на сцене. Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Барбус уже занимала первое место в тройке лидеров в отборочном туре. И делает это снова. А результат еще выше. 99 голосов. Первое место в тройке лидеров. А мы прощаемся с Алсу. Это ее лучшее выступление. Она выступила лучше, чем в отборочном. Оля сейчас показала уровень нашей стены. Она показала, что все здесь сидят мегапрофессиональные артисты. Вставали-то не все равно не сразу все на Ольгу. Ольга реально вытащила всех. Народ. Просто ее голос вот так брал и вытаскивал. Да, она вышла побеждать, чтобы пройти в финал. Ну, вот это номер. Она боролась. Она боролась. Да. Она взяла за шею, за клешни, за волосы. Вот. И не отрывала, держала до последнего. А до этого все какая-то ерунда Кто была из них полная. Хоть подобное сделал? Да, ничего. Такое ощущение, что им совершенно неинтересно было бороться, понимаешь? И они все думали, что они так на лаврах на этих и прокатятся дальше в финал. Ну, на лаврах они далеко не прокатятся. Лавры не скользят, знаете. Все участники полуфиналов уже побеждали в своих отборах. Сегодня пройти в следующий этап будет намного сложнее. Ведь их соперники такие же победители. В эфире самое грандиозное вокальное шоу. Ну-ка, все вместе. Первый полуфинал. Посмотрим, что будет дальше. Ну, кого мы ждем сейчас? Ну, сейчас опять ждем градус. Здравствуйте, меня зовут Мишель Бараби. Мне 27 лет, я из Москвы. Мое выступление в отборочном туре было достаточно ярким. Мне показалось. My pride, my ego, my... Были пару моментов, конечно. Я не люблю, конечно, оправдываться. И был один момент, за который я очень переживал. Соскочил голос у меня немного. Я идеалист. Мне постоянно хочется что-то улучшить. И кажется, что не до конца это вот так вот. Должно быть по-другому, еще лучше. И это немного, может быть, в какие-то моменты сбивает. Мне кажется, что я могу там больше где-то улучшить. Сейчас слабо, не дотянул. А вот. Не знаю, как это называется. Сомнение, неуверенность в себе. Вот это вот идеализм. Нужно научиться как-то, наверное, принимать. Типа, сделал, поблагодари себя. Скажешь, ты молодец. 90 голосов. Сейчас в полуфинале мы тоже очень тщательно подбирали репертуар, подготовили очень такую серьезную вещь, сделали песню так, как я ее чувствую. И надеюсь, что сотня оценит мою версию и мое исполнение. Вот, вот они, звезды. Так, Мишель. Здравствуйте, уважаемая сотня. Всех вновь рад видеть. Меня зовут Мишель Бараби. Я хотел бы спеть для вас очень крутую песню. Вот. Надеюсь, вы меня поддержите. Так и спой! И спой очень круто! Давай! Сейчас будет что-то современное однозначно. Сейчас вот я вижу, что будет... Тёма. Но мы приготовились. Будем танцевать.
улыбается нам, такой позитивный. Да, ну, сразу приятный, контакт, приятный парень, сразу да. контакт. Да? Ветер даль меня зовет в одиночество дорог, обещаний и тревог. Совсем по-другому поплыли, звучит. Поплыли. Гаснет свет моей свечи, холод бросится в окно, и по крышам дождь стучит. Расставание час настал, между нами снег упал, ты в глаза мне не смотри. Трудно мне, но только ты не увидишь боль мою, я тебя не позову. Посмотрим, сколько голосов он набирает. Восемьдесят четыре голоса. Блистательный результат. Песня группы «Астудио». Посмотрите, как модно звучит «Астудио» со времен 89-го года. Потрясающая группа. Наши отдельные аплодисменты. Я стою рядом с потрясающим диджеем, очень популярный. Катя Гусева. Давайте поаплодируем. Катюша, как тебе наш полуфинал, как тебе наши участники? На самом деле большая честь быть на этой программе, легендарной программе, и попасть сразу на полуфинал, когда такие голоса. Участник потрясающий, энергетика сумасшедшая, аранжировка нереальная, парень волшебный, голос сумасшедший. Ты мега крутой. Спасибо. Мурашки. Спасибо просто огромное. С первого куплета. Я не знаю, ты так зажигаешь, ты такой полноценный, классный, кайфовый артист. Я желаю, чтобы ты добился больших высот. Я уверена, у тебя все получится. Ты крутой. Вот что значит счастливая Спасибо женщина. Огромное. Безумно приятно. Недавно Спасибо. Вышла замуж, и все у нее хорошо. Спасибо большое. И эмоции, энергия, все прямо. А я хочу обратиться к ведущему нового радио Никите Никитину. Совсем скоро мы узнаем имена тех, кто поборется за главный приз и специальный подарок от нашего информационного партнера «Новое радио». Запись песни и ротация ее в эфире «Нового радио». Никита.
Мишель, мне, знаете, понравилось не сразу. Я сидел, расслушивал. Как раз-таки после первого припева у вас было такое очень классное вокальное развитие, что мне показалось очень круто. Вот так вот постепенно вы поднимались, 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 и в конце вы просто взорвали. Я за вас, и мой голос за вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Девочки, мои любимые, звезды Зайцевы, все в этой жизни меняется, кроме вас. Вы с нами уже 5 сезонов. Это уже как тоже талисман, уже узнаваемая, да. Визитная карточка. Смотрю на вас и просто не понимаю. Ну, воздушные мои, зефирки такие. Танечка, Леночка, кто первая начнет говорить? Можно я начну? На 15 минут старше всегда первая начинаю. Ребятушки, милые... На 15 милые... минут? Да, на 15 минут. Задержалась сестричка. Мои любимые филигранные сотнечка. Вот я сейчас обращусь к вам, к тем людям, они поймут, почему обращение к ним. Мы поднялись наверх и сидим, смотрим. Не так, не то, не дотянул. У них все подгузники трясутся. Ой, не подгузники, как это называется? Поджилки. 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 Ну, кого-то, возможно, подгузники. Теперь мы знаем ваш секрет. Как вы не выходите 5 часов-то из отсюда? Ребят, теперь все знают наш секрет, как мы здесь несколько часов сидим. У нас мы все в подгузниках. Так к чему я это говорю? А здесь... Меняйте подгузники! А выходит человек, ни одного не зная нас. И первый раз... Да это не надо про себя только. Натуре начинает петь! Ну, будьте немножечко добры. Ну, а сейчас скажет моя любимая сестренка. Лен, скажи мне, сестра поменяла антидепрессанты? Что-то она сегодня такая прям активная. А? Просто я ей вовремя не дала таблетку успокоительную. Теперь я понял, ты все-таки за ней следишь. Вы знаете, по-моему, единственная, которая вот так немного юморим. А знаете почему? Чтобы вам не так было страшно. Вы помните, как мы, как пример, вам спели так, это... Так, осторожно, не хватай ее. Все. Вы помните, как мы в унисон спели? Нет, да, позор. Просто позор. Без репетиции, без всего. Нет, ну да, я договорю, умоляю. Я не договорила. Сейчас, любименькие мои, вот смотрите. Я благодарна, что у нас... Здесь есть такой наш руководитель. Мне кажется, у тебя больше нет сестры. Сережа, который стольких людей, если бы не он, мы бы столько потопили бы профессиональных певцов, которые стали победителями. Спасибо вам огромное. Счастья, вам быть всегда вот таким, расти, Мишаль, вы супер. Девочки, одно удовольствие к вам подходить, просто как очищение. Спасибо, вы прекрасны. А внизу сидит человек, который написал Диме Билану мою любимую песню «Невозможное возможное». Александр Лунёв. Почему сидишь? Саша, ну как так можно? Второй куплет начался с вашей музыки, абсолютно вот с личной вашей, которая вообще просто потерялась мелодия. Та, которая была у Батора Шукенова. Она, конечно, мелодическая, красивая, и она, ну, то есть неизменима, скажем. У вас в одном регистре, в одной ноте все вот так повисло и началось вот это вот. Для меня был сумбур в песне. И исполнение, конечно, вылетело у меня сразу. Я как-то так, припев «Белая река», давление вот это, ну, как-то жестко было, наоборот, извините. Наоборот, пытался сделать ее максимально... Да, ну импульсивная. Вот этот... Она, наоборот, ровная, на мой взгляд. Я не знаю, согласятся нет, она со не мной ровная, люди она не нет, ровная, ровная песня. Я оправдываюсь, что ты лучший! Все, ладно, ладно, слушай, она реально очень ровная. Белая река, та-та-та-та-та, я найдешь... Там вообще ничего не меняется. Да, а вот в этом ты ее и фиксируешь. А вот мелодия изменена была полностью, правильно? И хорошо, что он ее процитировал, она не хорошо была изменена в моем понимании. Оригинал же уже есть в любом случае. Нет-нет-нет, тогда минимум как... сделать оригинал красиво. В этом все и свойство песни. Должно быть... Не было, конечно, красиво. Для меня не было красиво. Russian, Russian, Russian girl, my baby, give me only love. Можно его ударить, в принципе? Ну, подари нам эту любовь. Почему в красном квадрате? У каждой песни, у каждого исполнения есть какой-то адрес. Эта песня веселая или грустная? Под эту песню можно танцевать или можно сидеть за столом? Я вот сейчас не поняла, что вы сделали с этой песней.
Мне хотелось понять, что вы хотите донести. Вы хотите донести красоту вашего голоса? Ну да, но от этого как бы страдает песня. Вы хотели как бы новое прочтение, но от этого, наверное, как-то вы не показали всю полную палитру умения владеть голосом. У меня вот такой вот раскосяк был в разные стороны, вверх-вниз и вправо-влево. И я не смогла для себя найти опору, встать и порадоваться этому номеру. Что-то в нем было какое-то вот, не знаю. Надо же, откуда ты знаешь подпольное имя нашего лидера? Раскосяк. Я все знаю, я давно живу. Тебе слово. Раскосяк. Мишель, я могу сказать честно, что я с опаской ждал твоего появления сегодня на этой сцене, вообще в полуфинале, потому что во время батла я не встал тогда на тебя, на твое выступление. Я прям был расстроен. Мне прям не понравилось. И я подумал, что выступление в отборочном, когда ты набрал высокий балл и попал на призовое место, мне вдруг после батла показалось, что это какая-то случайность была. Я думал, ну как вот так? Потому что ты так был не уверен в батле. Так вот сегодня, слава богу, это высокий балл, ты показал, что ты не зря здесь, что ты абсолютно заслуживаешь свое место. Спасибо. Я прям выдохнул. Относительно того, как ты сделал эту песню, ну, послушайте, ребят, это музыканты новой формации, абсолютно новое веяние, новой свободы какой-то, да, творческой. Они так видят эту музыку, так видят исполнение. Мне кажется, что он с уважением отнесся к материалу, который он сделал. В первом он полностью в куплете, там, припеве повторил, как написано, потом добавил себя. Мы, собственно, часто об этом говорим и требуем даже как, в какой-то степени от исполнителей, чтобы они подключали себя, и вот вы-то где творчество, где ваше творчество? Зачем кого-то копировать? Поэтому здесь, на мой взгляд, все совпало. Я надеюсь, что этих баллов хватит для того, чтобы ты еще для нас выступил на этой сцене. Ну что ж, спасибо большое. Белая река заводит Мишеля в тройку лидеров. И только один человек сейчас этому не рад. Эко. Эко. Мы не знаем, как. Как же так, Эко? Ты что? Как это пережить нам? Эх, я тоже не знаю, как это пережить. Я бы с удовольствием побатлилась, у меня там такое было для вас. Но что ж поделать? Эко, самое интересное, что мы ведь абсолютно уверены, что у тебя не только для песни, для батла, ох, там, удивить. Ты каждым своим выступлением на сцене, будь то в нашей программе или в шоу-дуэте, ты всегда блистаешь и всегда восхищаешь. Спасибо тебе за это. Ты всегда на высшем уровне. Спасибо вам большое. Я считаю, что это потери для финала и для всего сезона. Это мое личное мнение. Эко, спасибо, дорогая. Но мы еще увидимся. Печально, конечно, что Эко ушла. Теряем, да? Меня единственное, что подкупило, на что я стала, вот его улыбка, я ему поверила. Сказать, что вот я прям дрогнул, я не могу. Спеть вместе с экспертами мечтают многие. И только наши участники получают такую возможность. Но лишь единицы поднимают на ноги всю сотню. Кто знает, возможно, это удастся следующему вокалисту. Встречаем его! Это «Ну-ка, все вместе!» Я думал, сегодня поголовно у всех будет 100 баллов. Вам все не нравится. А мне нравится. Вы все не встаете, почему? И не встаете, и не встаете. Вот 99, как мы сотню-то наберем, если вы не встаете? Я стою только на то, что музыкально. Вот. Пока 5-6 человек, да? 6, да. 6 распела? 6. Вот ни разу не мурашило. Так меня что тоже, прям типа... Меня тоже. Меня зовут Софико Кардава. Мне 23 года, я из города Москва, и я все еще артист-меломан. Вот это, конечно, мы задрали планку, получается. Это супер здорово, но это теперь с меня, наверное, двойной спрос, я так понимаю, будет. Люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг другу поют. Потому что это совершенно неожиданный для меня результат. Совершенно неожиданный, потому что... Песню, которую я исполняла, Анну Герман, она очень опасная тем, что ее все, во-первых, очень любят, как и исполнительницу, так и песню. Ее либо нужно петь хорошо, либо вообще лучше не петь. Посиди, помолчи,
Все само. И я вот всегда такой сомневающийся в себе артист, думала, ну не могу, я не имею права исполнять Анну Герман. И, собственно, этого я ждала от жюри. А когда я начала петь, увидела, что, собственно, пока никто не встает, да, думаю, так, все понятно, все разыгрывается так, как я себе это представляла. И потом внезапно как-то все так быстро произошло. Общим планом я вижу, что ни одной красной таблички передо мной нет. И тогда пазл складывается, и я понимаю, что, ну, получается, 100 баллов. Опять плачешь. Я очень переживающий человек, нельзя. Ну, наконец-то вышла исполнительница, которая включила плакальную историю на стене. И теперь мне очень страшно. Мне правда очень страшно, потому что спрос у меня будет двойной. Мы долго выбирали композицию для полуфинала. Мы остановились на моей самой любимой песне. Клянусь, это моя самая любимая песня моего самого любимого исполнителя. Я была на его концерте, меня очень удивило. Вот он начинает с первого аккорда, и я просто буквально видела, как весь Олимпийский вот так вздыхает. И все выдохнули только тогда, когда он финальный аккорд всего концерта спел. Вот для меня это самое главное. Энергетика. Вот он вышел, встал, начал петь. И страшно дышать, чтобы не пропустить ни единой ноты. Я тоже очень хочу произвести такой же эффект во время своего выступления. Мама дорогая! Софико! Софико! Какая статная! Здравствуйте, меня зовут Софико. Долго думала, чтобы вам такого сказать. В общем, мне посчастливилось спеть свою самую любимую песню в галактике. Класс. На позитиве вышло, да? Настрой хороший. Хороший настрой. Какая классная она. Она у нас соточница. Соточница. Она сотку убила. There's a meditation and lose a place and never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Какая фирма? He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Позиция, почему у всех позиция низкая? Ой, какой хороший тембр у нее. Not the shape.
Давайте посмотрим, сколько экспертов поднялись на выступление Софико Кардавы. Оу! 85 голосов. Ну, что скажут потрясающие наши эксперты. Дуэт «Римский», которые и были участниками суперсезона, и первого сезона. Софико, я сегодня очень мало на кого вставал. Почему встал на вас? Знаете, когда зазвучали мотивы, я узнал, что это Sting. Мне так понравилась идея аранжировки. Я услышал какие-то этнические нотки. Но это было очень деликатно. Но дальше было громковато для меня. На мой взгляд, местами манера немножко, ну, мешала. То есть, такие, знаете, вибра такая быстренькая, очень длинные фразы. Но вы очень круто спели, и я поздравляю вас с этим результатом. Спасибо. А мне кажется, что Софико как раз придала этой песне какую-то изюминку, потому что скучнейшая песня. Да ладно. Софико, спасибо вам за вашу трогательность. В отличие от многих участников, вы сохранили вот эту вот свою изюминку, понимаете? Вы прекрасны, правда. Я вам желаю дальше успеха. И дайте нам еще возможность вас услышать. Надеюсь, что сегодня так звезды сложатся, что вы еще споете нам. Женечка, я смотрю, ты встаешь вообще на всех. Я стою, естественно, в золотом, потому что я не могу не встать. Вы прекрасны, вы чудесны. Но вы знаете, вот мои коллеги сказали, что они не сравнивали вас со Стингом, а я хочу сказать, что я немножечко сравнивала вас с вами же и с вашей чудесной Анной Герман, когда мы рыдали здесь все. Мы просто плакали, понимаете? У вас есть волшебный талант доносить слово. И вот эта песня немножечко не ваша, немножечко вас не раскрыла, как человека, доносящего такой глубокий смысл, она не показала вашу душу, понимаете? Поэтому немножко, наверное, вот эти вот люди, которые не встали, 15 человек, им вот этого не хватило. А голос у вас просто космический. Главное, что встал 85-й. 85-й встал. Да, хорошо, что вы проходите дальше, я очень рада. Митя Бенгеров, ты мог бы быть 86-м человеком. Мог бы, действительно. Софико, привет. Здравствуйте. Так, у меня нету никаких претензий к вам к вокальной точке зрения. Вы суперпрофессионал. У меня вот сегодня уже не в первый раз, не первому участнику возникает ощущение, что как будто против ветра поют. Чуть-чуть не долетает, ну вот сюда. Может быть, это в связи с тем, что полуфинал, и все очень осторожничают. Все настолько пытаются филигранно все сделать вокально, что забывают, что надо еще и, ну, на нас налить своей энергии сюда, на стену. Вот мне, правда, не хватило. Вы простите меня, до меня вот вообще никак не долетело. Андрей Солод очень-очень сильно переживал за Софико. Что-то выкрикивал, ерзал, переживал, нервничал. Слава богу, поднялся. Что тебя заставило? Сонька прекрасная, я тебе хочу сказать, что твой роскошный тембр, твой роскошный голос сыграл свое дело, я из-за этого встал. Но патетика и стилистика тобой была выбрана неправильно, да? Блин, ну песня не об этом написана, понимаешь? Это другая песня. Не та песня, не та. Она вела именно эту стилистику, эта патетика у нее звучала. Слишком много такого контрового, восточного, что в принципе и неплохо. Но песня еще должна дышать. Ты не дала возможности зрителю, да, стене и себе взять и насладиться кислородом. Дай вдохнуть. Не заставляй людей, которые тебя слушают, задыхаться. И пусть этот твой вдох, он будет приятен и тебе, и нам. И следующая фраза пойдет еще более ярче, еще более насыщенней, потому что будет много кислорода. А значит, песня и строчка, и фраза живет, и твой голос живет. А твой голос должен жить, потому что он потрясающий. Спасибо, Андрей Солод. А что скажет Татьяна Иванова? Прекрасная песня. Я вообще люблю все песни Стинга. Но вот это одна из 4-5 моих
любимых, та, которую вы сегодня спели. И мне всего хватило. И напора, и нежности, и субтона, и каких-то таких активных нот. Знаешь, как я заговорила, да, термины выучила? Молодец, молодец. Общение с тобой меня прямо... Коля, да? Оставь ее здесь вообще сидеть всегда, она будет... Я выучила много новых слов. Познавательная передача. Очень познавательная. Да, познавательная. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие, за то, что еще раз я смогла услышать свою любимую песню в вашем варианте. Дай вам Бог всего-всего-всего. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Лазарев. Я понимаю, какое волнение у участника, когда он выходит после выступления на 100 баллов. То есть это такой уровень ответственности, это такая планка, которую ты сам себе поставил, и ты выходишь, и ты и вот с этим ощущением, как спеть так, чтобы не разочаровать, как спеть так, чтобы вновь дважды войти в одну и ту же реку. Невозможно. Невозможно. Софико, на мой взгляд, вы... переосторожничали. Вам вообще не подходит эта песня для полуфинала. Возможно, для отборочного, да. Она замечательная, классная, но она просто не ваша. По нутру, по вокалу она не ваша. Абсолютно. Вас все время было мало. У вас была очень спокойная версия, такая очень ровная. И вот у меня было все время ощущение, что ну-ну, где же, ну где, а где там разбежаться? Песню мы все знаем наизусть. И я про себя думаю, а что она там будет делать? Где она покажет себя? И вам было просто негде. Поэтому, конечно, 85 достаточно, чтобы остаться сейчас пока в тройке. Но не знаю. Спасибо огромное вам за выступление. Ну, в любом случае, Софико Кардава с результатом 85 баллов попадает в тройку лидеров, а мы прощаемся с Мишелем Барави. Всего лишь одного голоса не хватило тебе, чтобы остаться в тройке лидеров. На этой сцене рождаются новые суперзвезды. Приглядитесь к нашим участникам. Возможно, кто-то из них скоро приедет к вам на День города. Ну-ка, все вместе, мы продолжаем полуфинал юбилейного сезона. Ну все, последняя троица пошла, которая сейчас все может изменить. А сейчас представьте подряд 100, 100, 100. Сейчас самая мощь начнется. Да? Да? Угу. Меня зовут Айдар Сулейманов, мне 35 лет. Я приехал из города Заинск, Республика Татарстан. На отборочном туре я выступал 8-м. Я пел прекрасную песню «Нежность» Александры Пахмутовой. Петь последним — это очень тяжело, это потому что ты уже всех участников просмотрел, прослушал, и ты выходишь из последних сил просто отдать все, что ты можешь. Я очень рад, что я попал в полуфинал этого сезона. Членов жюри удивить практически невозможно, потому что за 4 года тот песенный материал, который они прослушали, это просто тысячи песен. И чем-то удивить, конечно же, будет очень сложно. Все участники сильные со всей России и не только с России. Все участники усиленно готовятся. Все в моих руках. Я надеюсь, что я справлюсь. Здравствуйте, дорогая сотня. Меня зовут Айдар. Всем счастья, любви, удачи. Спасибо, спасибо. Посмотри, как переживает. Может, ему и на пользу. Может, в песне такая, что сейчас надо будет там попереживать. Нам вместе с ним. Смотри, как внимательно смотрят наши участники. Ну давай, братец. Ух. Сделай хорошо.
Уж сколько их упало в эту песню. Это серьезная, это очень серьезная песня. Разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Ох. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. Виолончель и кавалькады в чаще. Опасно, но так круто. Меня таким живым и настоящим на ласковой земле. К вам всем, что мне ни в чем не знавшей меры. Мамочки. Чужие и свои. Я обращаюсь с требованием веры. А все сидят. О любви. За то, что мне прямая неизбежность, прощение обид, за всю мою безудержную нежность. Меня любите за то, что я умру. К вам всем, что мне ни в чем не зная меры, жизнь свои. Я прощаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Браво! Давайте посмотрим, сколько голосов набирает Айдар Сулейманов. Ох. Всего лишь 6 баллов не хватает Айдару, чтобы пройти в тройку. Ну, Сергей, начинай. Вы знаете, очень тяжело начинать, потому что ком в горле у меня до сих пор стоит. От исполнения, от голоса, от тембра, от... искренности Айдара, от этой оголенной души, которая сейчас на сцене. Я не знаю, как может быть 79 баллов на такое искреннее исполнение. Да, можно сказать, что там вверху не была недотянута нота. Может быть, кому-то это показалось, я не знаю. Мне это только добавило нерва. И это, ну, это спектакль, мини-спектакль. Это, ну, вообще, это монолог, да? Поэтому это действительно монолог большого артиста, который стоит на сцене. Для меня это было очень точно. И полное попадание в самое сердце. Да, да, да. И я видел экспертов, которые просто собирали слезы. Это не только песня. Это же артист, который нас фактически вот так вот взял и довел до слез своим талантом, своей проникновенностью и своей душой. Айдар, это дикая несправедливость, потому что подобных высоких, таких красивых голосов, ну, я не знаю, как можно потерять в проекте такой голос. И не... Мне кажется, такой голос должен звучать в финале.
Спасибо. Спасибо тебе огромное за эти слезы, за эту проникновенность и душу твою. Спасибо. Ну, я впервые слышу, когда Лазарев говорит, что недотянутая верхняя нота придала ему нерва. Да. А потому что на самом, нет, на самом деле он просто боролся сам со слезами всю дорогу. И именно достал, это он бы взял ее, понятно, нет. У него эти ноты все есть. Это просто у самого артиста, у Айдара, да, ком в горле от слез, он их давил. А все мы знаем, как тяжело петь, когда слезы. Я помню... Так, ладно. Нет. А нет. Я вот помню, что сейчас 21 голос, который сидит, да, вы когда-то просто мы... стали уничтожать этого человека, когда выступила Олечка Варвус. А Руслан сейчас стоит. И Руслану все понравилось. Круто, красавчик. Бери. Вообще. Ты живой человек, стало быть. Большой молодец. Очень здорово спел. Спасибо. Шикарный голос, уникальный. Спасибо за эту песню. Проник в сердце. Спасибо огромное. Лусине Рутюнова. Ты же участница второго сезона, и также суперфинала, суперсезона. Финалистка. Ты знаешь, что это такое, стоять там, как выступать в отборочных. Что тебе не понравилось? Почему ты не встала? Всем добрый вечер. Я не встала в первую очередь, потому что я не чувствовала до конца искренность. Я видела, что вы играете, я видела, что вы стараетесь, я видела, что... я слышала, что вы пытались переиграть в какой-то степени. Я не чувствовала, что это было честно. Вот для меня главное, чтобы была искренность в исполнении. И я ее, к сожалению, действительно не прочувствовала. До меня, правда, не долетела. Спасибо, Лусине. Артем Цыпанов, Артем, ты сегодня такой яркий. Ты пришел на полуфинал. Ну, конечно же, Николай. Во-первых, у нас юбилей. Сотня с юбилеем! Я не знаю, что вам не понравилось. Перед нами артист с большой буквы. Актер. Спасибо. Я считаю, что вы справились с этой задачей на 100 баллов, и вы достойны быть в финале. Браво! Вас сейчас увидели телезрители канала «Россия». Вы выступили в юбилейном сезоне главного шоу страны. Ну-ка, все вместе. Вы должны быть самым счастливым человеком на свете, с чем я вас и поздравляю. Вы талантливый артист, отличный музыкант. Браво вам! Молодец! Молодец! Спасибо большое, спасибо. Танечка Иванова, я прошу тебя, передай, пожалуйста, свой микрофон Олегу Владе. Вот он сидит, не встал, как-то... По странному стечению обстоятельств, однажды при подготовке рождественских встреч 2013 года мы... Ты ушел в запой, да? Ну, практически, мог бы. Мы с Аллой Борисовной обсуждали песню, которую готовили для нее, для этой программы. И обсуждали вот это произведение, которое она исполняла тоже на рождественских встречах. И впервые я тогда от нее услышал фразу, которая сейчас очень часто встречается... про зерно песни, да, про то, как она ее чувствовала. Если очень долго и пристально смотреть в бездну, бездна в какой-то момент начинает смотреть на тебя. Говорит, и я с этой песней эту грань перешла, бездна на меня посмотрела, и я была готова, что если я исполню эту песню один-единственный раз, так тому и быть. Если я не ошибаюсь, по-моему, она ее больше, кроме рождественских встреч того года, не исполняла. Это не просто грустная песня, это песня великой, ну не знаю, человеческой трагедии. И утраты, и расставания, и потерь. И может быть то эталонное, да, безусловно, гениальное исполнение на меня слишком сильно в свое время оказало влияние и слишком живо внутри. Сегодня для меня это был, ну, наверное, романс. Не реквием. Не реквием. Понятно. Спасибо, Олег Влади. 79 голосов, и мы, к сожалению, прощаемся. Айдар, этого результата недостаточно, чтобы продолжить борьбу в полуфинале. Но эти аплодисменты всех зрителей, всей сотни, тебе в поддержку. Браво!
ощущение достучаться в 30-летие. Узнаешь меня. Очень сильно важен вокал. Я не смог передать так глубоко, как это в оригинале, понимаешь? Ну, по-другому, понимаешь? Если все сравнивать с Пугачевым, то вообще никому не пить, не жить, блин. Ну, что это? Ну, у каждого свое чувство боли. Нет, женский и мужской оригинал все-таки разный. Нет, я даже не в том, как он это... Он просто чисто физиологически, рано ему еще, понимаешь? При этом абсолютно ровная Софико, которая на 6 голосов больше. 100%. Лучше на 6 голосов. Абсолютно ровное выступление, безэмоциональное Софико. Да, с точки зрения голоса. Песни красивые, окей, да. А что там внутри было сделано Софико, чтобы она заработала на 6 больше, чем он? Чтобы попасть в тройку, вокалисты прикладывают максимальные усилия, а мы получаем максимальное удовольствие. Это полуфинал самого грандиозного вокального шоу страны. Ну-ка, все вместе! Ну-ка, споем дальше! Софико сидела, молилась, ты видел? Она такая, господи, провалился, хоть бы провалился. Но я думаю, нет, она не такая девочка. Сидят там, шаманят втроем. Добрый вечер, уважаемые зрители. Это Роза. Это Александр. Я представляю город Белгород. Я представляю Республику Северная Осетия, город Беслан. В отборочном туре нам было очень волнительно выходить, но к концу, к финалу песни получилось все-таки собраться с мыслями и все-таки сделать это более-менее неплохо, как нам показалось. Были недочетики, на них нам указало жюри. У нас 100 человек. Кому-то зашло, кому-то не зашло. Мы сейчас это объясняем. Я что-то услышал в этом выступлении, что не дотянул. Спасибо. 90 человек встало. Этого капельку не хватало до того, чтобы занять место в тройке, но на батле мы немножечко выровнялись. Бля. Я слишком поздно поняла, что без его нет моего романа. Благодаря Сергею Лазареву, благодаря еще большинству членов жюри, которые прям топили за нас, которые прям болели за нас и нас поддержали. Друзья мои, это чудо. И я предлагаю, ну, я не могу менять правила. Давайте, но, может, тройной батл. Может быть, сделать тройной батл. Тройной батл. Да? В восторге от вашего исполнения. Спасибо. Николай Басков указал на то, что это очень редкий случай, когда к батлу допускается трое участников. Юбилейный сезон диктует нам новые условия. А мы просто обязаны это сделать. Поэтому мы приглашаем вас в четверку лидеров теперь. Александр, Роза, проходите. Постараемся и дальше оправдывать ваши надежды, надежды жюри и зрителей. И вот мы здесь, в полуфинале. Вообще, весь вчерашний день мы потратили на подготовку образов, потратили на подготовку сценического движения. Весь вчерашний вечер мы искали Розе платье и нашли такие оба, сколько часов в 10 вечера, наверное, мы его доставили. В самый последний момент, ну, это полуфинал, ставки выше, напряжение растет, надо одеваться красивее. Я, честно говоря, не знаю, по проходу финала, если вдруг так сложится, что мы там окажемся, я не знаю, что мы будем делать с тобой, честно. Вот не знаю. Если разобраться, то за нами, ну это мое мнение, за нами следят гораздо более пристально, чем за другими участниками. Поэтому ответственность двойная, сложность двойная тоже. Постараемся не подводить. Ну что, как, мы справимся? У нас нет выбора, мне кажется, с тобой. Вместе мы сила, Рози. Ну что, добрый путь. Это вообще дуэт. Это дуэт, да. Ой, вот и они, вот и дуэт. Принц и принцесса. Ну вот, пожалуйста, барбики. Смотри, вести просто мероприятие можно. Да, Оскар. Вот. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Роза Туаева, и мы рады снова стоять на этой сцене. А они муж и жена? Нет, они не пара. Здравствуйте, дамы и господа. Я Александр Ёлкин, и
Сегодня для нас с Розой очень особенный день, потому что следующая песня, которую мы хотим для вас исполнить, находит очень большой отклик в наших сердцах, и мы очень надеемся, что сегодня отклик найдется и в ваших. Жаришка. Жаришка пошла. Хочется жаришки. Жаришки. Они разорвали нас просто. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Офигеть. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. Он вообще шикарно поет, отлично. And I'm feeling so small. Was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. Как они поют просто. Аккуратненько, так мягенько. Learning to love. Just started to crawl. Посмотрим, сколько голосов набирает этот потрясающий дуэт. Александр Ёлкин и Роза Туаева. 98 голосов! Как же они меняют сегодняшнюю тройку. Ну что, Ашот, аж 23 плакать так не может. Что с тобой случилось? Что сломалось? Вынули из тебя сердце? Да, съели? Реально. Сердце вынули и засунули обратно. Вы просто замечательные. И парень начал красиво, но девушка то, что сделала. Ты понимаешь, то есть я довольно-таки хорошо подкован во всей этой музыке. И в моей жизни до слез из музыкантов меня доводил только один человек. Это был Рэй Чарльз с треком «Say No More». И ты была второй. Я человек, кто 5 лет отучился в ГИТИСе, и я знаю, что такое правда. И когда вот здесь кто-то говорил про правду, правду сказала ты.
и я тебе поверил. И вокально, и с драматургией. Но, как... парни, какой голос? Ты нет, что? Он вообще машина. То есть он машина. То есть он понимаете, вот в чем суть дуэтов? Он как мужчина открыл дверь, а она вошла в эту дверь. Молодец, понимаете? Красиво сказал. Ну ты молодец, слушай, ну ты прямо поменялся красиво, в моих глазах. Да. Ты еще и романтик. А, молодец, прям как красиво, ты? Да. Ну ты все вместе меняют людей, посмотрите. Ирочка, иду к тебе опять. Иди ко мне. Ты счастлива сегодня уже, да? Да, очень. Вот сейчас счастлива. Абсолютно, да? Но не до конца, потому что 98 баллов все-таки, я считаю, несправедливо. И, ребята, у нас единственный дуэт, но почему мы не можем щедро... Да куда, 98? Такому прекрасному дуэту подарить 100 баллов. Ну а почему нет? Слушайте, на самом деле вы, правда, классный дуэт, потому что мужской вокал, он крепко стоит как фундамент. Надежный фундамент, чтобы ни в коем случае не упала конструкция и с ней ничего не случилось. Было настолько красиво. И ваше пение. Я не могу вас разделять, потому что вы настолько друг с другом гармоничные, и я не могу представить, чтобы мы вас потеряли. Правда, ребята. Спасибо вам большое, Сергей. Я еще раз хочу поблагодарить от души, что мы, ребят, видим здесь, и, правда, половина стены плачет. У меня тоже слезы радости от того, что я сейчас слышу, и что мое сердце ликует, и моя душа поет вместе с вами. Да, просто потрясающе. Вы так пели, что мне захотелось позвонить всем бывшим после этого исполнения, понимаешь? Так трогательно, так проникновенно. Ну что, Алена Апина, что скажет Аленочка? Вы потрясающе знаете в чем? В той степени культуры, которой вы обладаете, культура владения голосом, культура поведения на сцене, культура отношения друг к другу, культура владения залом. У меня такое ощущение сложилось, что я не на съемках, ну, какой-то конкурсной программы, а в большом-большом концертном зале купила за какие-то тысячи там деньжище билет и получила наслаждение. Думаю, господи, завтра пойду еще куплю. Потому что вот так. Спасибо вам, ребята, за ту вот огромную планку, которую вы подняли своим выступлением. Спасибо, Алена, да. А я иду к Арсению Бородину. Я вот соглашусь с комментарием Алены. У меня было ощущение чего-то настолько прекрасного. Я не знаю, что вам можно вообще сказать, то, что вы настолько потрясающие и настолько красиво все, что вы делаете. Хочется жить, хочется любить, хочется радоваться жизни. Спасибо вам большое. Никогда не слышал, чтобы Арсений Бородин говорил такие слова кому-то. А я хочу напомнить, что благодаря Сергею Лазареву мы дали возможность этому прекрасному дуэту побатлиться, показаться. Спасибо. И войти в участие в полуфинал. Сергей. Я счастлив, что вы показали себя во всей красе и тогда в батле, что вы доказали, что вы заслуженно должны пойти в полуфинал. И сегодня в полуфинале вы вновь блистательно показываете свой результат. Мне нравится в вас эта интеллигентность, такая легкая недоступность. Вот вы какие-то загадочные. Какая-то сразу планка очень высокая. То есть так выдыхаешь и не выдыхаешь до последнего момента, пока вы не закончите петь. Когда вы только выходили на сцену, мы говорили: о, прям такой Голливуд. Нет, не Голливуд, это Россия, детка. Наши! Классные, талантливые. И, ну, судя по баллам, все у вас хорошо. Но! А теперь серьезно. Где эти два человека? Где эти два человека? Покажите. И что такого а вот эти два человека не было в этом загадочного выступления? Дуэта загадили. Вот просто объясните мне. Сергей, это твой любимый человек из сотни. Давид Винер. Бог ты мой. Бермудский треугольник там опять. Да. Какого... Да. Лешего. Ну, передайте Давиду микрофон. Вот, а вот и просто еще. Давид и еще кто? Лев. Еще кто певец Тони на третьем ряду. Привет! В последний раз вы здесь сидите. Жестокий лидер уничтожил. Да нет, я просто... загадившего, ребят, наш смотрите, дуэт. Я, безусловно, никого, ни на кого не давлю. Никого да, не пытаюсь унижать. Там или что-то еще. Но я просто призываю к ответственности. Мы прослушали такое количество исполнителей, но мы знаем в какой-то степени лучше, что это 100. Нет, приходят порой новички и такие: нет, мне кажется, да нифига подобного, это 100. Поверьте нашему 5-летнему опыту.
Мы прослушали огромное количество. А все, что происходит, когда вот на такие выступления не встают, для меня это все вкусовщина и просто привлечь внимание. И, ну, это просто, ну, просто в шее, правда, бисер какой-то ищут. Ну, как, пусть зачем? Скажет, пусть скажет. Хорошо. Я, безусловно, уважаю мнение, но просто мне кажется, что... Давид Маккара. Я просто жду, когда мне можно будет ответить. Уже. Говорите, говорите, пожалуйста. С большим удовольствием. У меня нет никаких вопросов к каждому из них по отдельности. Я восхищаюсь и Розой, и второй эфир точно так же. Я смотрю, какая она блистательная на сцене. Я смотрю, отдельный молодой человек. Но для меня это не дуэт. Роза здесь ведущая. Они можно... должны что, целоваться на сцене, чтобы они были дуэтом? Подождите, секундочку. Просто объясните мне. Секунду. Я не говорю про целование. У Розы есть совершенно четко они для меня. Дуэтом, да, блин. Можно я договорю. У вас у каждого есть своя точка зрения. У меня есть своя. Я вижу солистку, и она будет солисткой всегда. Для нет, меня идеал. Подобного. Можно нет. Я договорю. Для меня идеал дуэта это Анна Герман, Давид, Лев Лещенко, эхо любви. И когда я вижу, что есть, но тогда бы она шла как солистка. Ну, есть молодой человек, у него своя драматургия, он живет своей, для меня он живет своей жизнью на сцене. И вот он ей живет. Есть Роза, которая живет своей жизнью. Роза к нему, для меня, вот воспылает огромной любовью. Он к ней холоден. Потому и когда что он каждый... женат, и жена в зале. Как тебя можно вопрос вести? Этот кому? Ко мне, как к зрителю, или к тому, что у него есть жена? Роза, если бы для он меня ощущение. К ней дуэтию, ему бы жена дома тоже сделала то, что вам сделали лет 30 назад. Больше, чем 30, Николай, больше! Так вот, еще раз повторюсь, у меня нет никаких вопросов к их вокальным данным, к выбору репертуара и так далее. Но для меня это не дуэт, для меня есть... солистка, которая вечно будет солисткой. Ой, Давид, вы цепляетесь к мелочам. Вот это ваша мелочность. Это не вот мелочь, это то, что я вижу. Меня же должно это... Еще раз повторюсь. В следующий раз вам костюмы не понравятся. И такого потом, никогда не было. Все мнения, как говорится, высказаны, собраны. 98 голосов. Вы попадаете в тройку лидеров на второе место. Но мы, к сожалению, прощаемся с Софико Гордавой. Спасибо. Ты довольна? И счастлива? Я очень довольна. Слушай, мурашки были сегодня. Мурашки, были. Вот сегодня слезы были, были, слезы были, да. Были. У меня такой какой-то прилив сил после них. Очень приятный дуэт. И мне очень красивый. Да, такое ощущение. Очень красивый дуэт. Такое наслаждение звуком. Так звучат они. У меня прямо надежда на наше будущее эстрадное появилась, да. Понимаешь? Градус напряжения невероятно высок. Лидеры уже почти что одной ногой в финале. Но за другую их до сих пор может схватить следующий претендент. Давайте узнаем у фаворитов, опасаются ли они последнего исполнителя. Бек, ты был на первом месте. И вот ты уже третий. В очень опасной зоне. Что скажешь? На самом деле, я очень рад. Я принял участие в юбилейном сезоне. Я дважды выступил здесь и услышал столь прекрасные слова экспертов. Спасибо вам огромное. Я самый счастливый человек. А насчет следующего конкурсанта, я его абсолютно не боюсь, так как он мой старший брат, земляк. Ну, а старшим надо уступать, так сказать, дорогу. Желаю ему удачи. Спасибо. Спасибо. Олечка, ну ты сегодня королева этой тройки. Тебе хочется еще раз петь или все-таки хочется достойно уже войти в финал? Я бы хотела продолжить наслаждаться этим фейерверком, этим счастьем, послушать следующего конкурсанта. Ну, вот сейчас я думаю только об одном. Я хочу вот от чистого сердца вам клянусь, хочу каждого вот подойти, обнять, поцеловать, поблагодарить вас за эту поддержку, да, потому что вроде бы с одной стороны, ну чего это она пошла, да? Но я об этом мечтала, вот ей-богу, очень хотелось давно выйти на эту сцену. Еще раз, конечно, хочу поздравить проект «Ну-ка, все вместе» с пятилетием, чтобы еще не одну пятилетку мы находили новые таланты, награждали их своей любовью и высокими баллами. Спасибо, Олечка, спасибо. Ну, Саша, Роза, расскажите о своих ощущениях сейчас. Вы прошли через тройной баттл в этот полуфинал. Честно, сейчас, вот находясь здесь, очень сложно анализировать. Эмоции просто гора. Каждый из вас прекрасен. Спасибо за такие теплые отклики. Ребята, это бесценно, то, что вы сказали нам. И мы очень
спокойно с Розой относимся к критике. Каждое мнение имеет место быть и должно быть услышано. Спасибо каждому из вас. Спасибо всем большое. Хочется выразить огромную благодарность каждому присутствующему здесь за ваши теплые слова, за вашу поддержку. И каждый участник достоин только лучшего. Поэтому спасибо вам всем большое. Ну, на самом деле, я считаю, что вот действительно сейчас в тройке лидеров сидят по-настоящему сильные профессиональные артисты, за которых нам не стыдно. И мы гордимся, что все эти годы, вот здесь, находясь на стене, эти потрясающие эксперты умеют слышать то, что по-настоящему называется вокальная магия. Браво! Лидеры уверены в своих силах, а последний претендент верит в себя. Получится ли у него потеснить кого-то из тройки, узнаем прямо сейчас. Я приглашаю на сцену участника номер 10! Все зависит от песни и сочетания. Две сотки должно было быть. Ну что это вот за 99? Это вообще 0,1%. Это вот капля в море реально. Просто хочется хорошего такого дорогого завершения. Я очень хочу, чтобы было 100. Настоящее 100. Здравствуйте, меня зовут Азат Раймбердиев. Мне 37 лет, я из города Бишкек, Кыргызстан. Отборочный тур был очень эмоциональным. Волнения в некоторых случаях могут сыграть злую шутку с исполнителем, с вокалистом. В моем случае волнение мне помогло. На сцену, когда я вышел, я почувствовал эту очень светлую, добрую энергетику поддержки всей сотни, потому что они поддерживают каждого исполнителя и дают возможность раскрыться. И когда я взял первую ноту, собственно, все это волнение куда-то улетучилось. Я набрал 100 баллов, безмерно рад, безмерно счастлив. В полуфинале я выбрал песню, которая будет еще больше по энергетике, больше по накалу и должна, ну, по моим ощущениям, вызвать еще больше эмоций у сотни. Я понимаю, что я задал планку, но я рискну. И я настроен на 100 баллов. Ну а сколько будет, столько будет. Мы будем и рады любому раскладу, потому что весь этот проект — это шикарный, очень крутой опыт. Каждому исполнителю желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Здравствуйте, дорогая сотня. Я очень рад вас видеть. Приветствую каждого из вас. Спасибо большое. Я хотел бы исполнить для вас песню, которая, возможно, является важной каждому из нас, потому что в этой песне поется про веру в самого себя, внутреннюю силу. Сегодня я тоже верю и желаю успехов и удачи каждому участнику. Верьте в себя, несмотря ни на что, и все получится. Несмотря на то, что я на сцене, верьте в себя, хотя я уже почти что победил. Просто в прошлый раз он сделал это так уверенно, что мы просто готовы были куда нести приз. Да, все, сразу. Но бывает разное. Все, он порвет сейчас всех. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things are better. Oh, the way the things are better. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, the master of my sea. Oh,
from a young age to keep myself gay through the masses, writing my poems for the few. Look at me, taking me, shaking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, taking my lessons through the pain, see the beauty through the. Traffic came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Thirsty serves and prayer to the ones up above. All the air that you have has touched your spirit to double. Your spirit's up and double. I was walking from a young age, taking my song through the masses, writing my poems for the few. Look at me, taking me, shaking me, feeling me, singing from heart, from the pain, taking my message from the pain, taking my lessons through the pain, see the beauty through the. It came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer. Очень круто было. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набирает Азат. Что здесь можно комментировать, что можно говорить? Ольга Попкова в самом сегодня роскошном полуфинальническом платье. Все за тебе засверкало по-другому. Ты почувствовала энергию этого артиста. Ну, потому что это высший пилотаж. Что тут еще говорить? Я тебя поздравляю от души и очень за тебя рада. Спасибо. Ура, большое, молодец. Спасибо. Виктория Кудрявцева, даже вы оперная профессор Ура, стоите. Всем привет, сотня, моя любимая. Сегодня такой ярчайший артист у нас на сцене. Это мощнейшая концентрация энергии, голоса, вашей вообще харизматичности, вашего посыла. Я просто в таком, я не знаю, полете нахожусь, я до сих пор сюда не спустилась. Вы так нас завели, это просто улет! Браво! Браво! Это 100, это 200, это 300! Я вас люблю. Классно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы должны поблагодарить Давида Винера за то, что он дал нам возможность насладиться соткой. Давайте отдельно аплодисменты. Ой, спасибо, спасибо огромное, Давид. Спасибо. Вы у нас на сотне это, как это, черный ящик и тревожный чемоданчик. Все в одном лице. Он тревожная кнопка. Да, и тревожная кнопка. Спасибо. Слава Макаров, Слава, я помню твое выступление, когда первый раз ты здесь выступал, ты тоже делал такие феритуры. Слушай, ураган вообще, и энергетический, и по вокалу. Взял вот так, всех держал, потом отпустил, потом опять забрал, потом отпустил. Мне кажется, как раз-таки, даже если сравнивать с оригиналом, вот это оригинальное исполнение. Оно оригинальное и эталонное исполнение этой песни. Класс. Спасибо Алексей тебе. Спасибо большое. 5 миллионов уходят в Киргизию.
Подождите, не-не-не-не, мы еще поборемся. Ну, действительно, нас сразу вы поразили. И, а, это ваши личные 5 миллионов уходят? А, свои можно. Вот, но это действительно сделано филигранно. Единственное, чего мне бы хотелось, чтобы все-таки, когда будет финал, вы спели на все-таки или на родном языке, или на русском языке, потому что это очень важно. Вот самое важное. Спасибо еще раз. Да, Саша Даль, передайте микрофон. Слушайте, я как будто просто улетела в космос только что. Это просто настолько здорово. Для меня это 100% лучше оригинала. 100%. То есть еще вот это вот, понимаете, мы вот обсуждаем вот это несовпадение вашего такого достоинства такого. Вы выходите, и вдруг этот огонь, который взрывается, это просто, он сносит нас всех. Это просто потрясающе. Я бы пошла на каждый ваш концерт всегда. Спасибо вам большое. Спасибо Саша. Вам большое. Ну что, как вам, девчонки? Я вообще подумала, что приехал тот самый, который изначально поет эту песню. Да. Как вот. Выяснилось, он хуже. Да, тот хуже. А сейчас я приеду переслушать. Точно. Вот вы абсолютно можете гордиться тем, что вы исполнили лучше, чем оригинал. Спасибо. И очень большой, да, на самом деле, такой контраст ваш, такой восточный, казалось бы, сдержанностью, да, и вдруг такой, вот это вообще подкупило прям навсегда. Спасибо большое, вы огромный, огромный молодец. Молодец, Алёны. Я бы даже сказал, молодец. Спасибо. Знаете, я хочу сказать огромное спасибо, что я сегодня попала на это шоу. Я ко всем конкурсам отношусь очень странно. Я сильно переживаю. У меня такой, ну, испанский стыд. Мне сразу хочется выключить, потому что мне представляю себя на месте. Думаю, господи, да пропади пропадом. Чтобы я когда-нибудь, да у меня куча всяких мыслей. А сегодня я попала сюда и поняла, какая же это красивая и нужная история открывать. Вот такие вот самородки. Ребята, вы делаете потрясающее дело. И все, кто делает эту программу, а вы просто... Ну, сегодня вы лучшие, это видно. Спасибо. Спасибо вам большое. Азат, вы сегодня сделали самое главное. Вы всю сотню разнообразных, потрясающих, удивительных экспертов заставили подняться в первом полуфинале. Слово Сергею Лазареву. Азат, я вас хочу предостеречь. Этот головокружительный успех очень часто играет злую шутку с конкурсантами. Уже понятно, что вы финалист. И в предыдущих сезонах были артисты, которые шли по такому же пути. Набирали сотки, 2 сотки, порой даже 3 сотки. А в финале случалась какая-то метаморфоза. Мы не знаем, что происходило. Либо у нас были очень завышенные ожидания, либо артист раньше времени уже побеждал в мыслях у себя. И что-то ломалось, и... Артист просто уходил. Я просто хочу вас предостеречь. Боритесь до конца. В голове у себя раньше времени не надо никаких побед, призов делить. Потому что борьба еще не закончилась. Еще второй полуфинал, сильнейшие участники. На пьедестале, на мой взгляд, еще 2 сотки стабильные. Не расслабляйтесь раньше времени, ради бога. А так цифра говорит за себя. Спасибо большое. Ну что ж. С огромным сожалением. Но ты сказал, что это твой старший брат. У вас на Востоке старшим надо уступать. Да везде надо старшим уступать. Когда старший поет, младший уходит. Вот! Очень жалко, но ты потрясающий вокалист, потрясающий исполнитель. Наши овации тебе. Но конкурс есть конкурс. Побеждают только лучшие по нервам и по вокалу. Но в любом случае ты остаешься в наших сердцах и в сердцах телезрителей. Браво, Бек! Вот это красиво. Ну, во-первых, это красиво, ребят. Азат Раймбердиев с невероятным результатом. 100 голосов занимает первое место в тройке лидеров. И понятно, что он уже финалист. Как же неожиданно все поменялось к финалу нашего отборочного тура. Настолько у него, конечно, потрясающий голос в плане диапазона. Ну, у него такой редкий, самый... такой редкий мужской. Юбилейный сезон «Ну-ка, все вместе» продолжает удивлять. «Россия-1» празднует громко, с размахом и надеются, что вы присоединитесь. Приглашаем всех на грандиозный концерт в Москве. Приходите 21 ноября в Крокус Сити Холл. Мы с Сергеем Лазаревым тоже там будем и споем вместе со всеми. Ну что ж, собралась просто блистательная, потрясающая тройка. Но 5-й юбилейный сезон
богат на сюрпризы. Мы не раз об этом говорили. И сейчас еще один ждет всех лидеров. Песни, которые вы подготовили для батла, вам не пригодятся. Финал проходят все! Вся тройка становится победителем! Но вокальная дуэль — это неотъемлемая часть нашего шоу. Без нее мы не можем обойтись. Она все-таки состоится! В ней примут участие обладатели 4-го и 5-го места сегодняшнего полуфинала. Это Софико и Бек. Я прошу тройку сместиться на первое место. А я приглашаю на сцену Бека Исраилова и Софико Кардаву. Сейчас будет ваша вокальная дуэль. И один из вас также попадет в финал. Так что соберитесь. Возможно, это ваш последний шанс. Я напомню, что победитель 4-го сезона Варвара Убель прошла именно через такую дуэль в полуфинале. Я не зря говорил, что возможность попасть в финал сохранится до последнего момента. И для вас этот момент настал. С этой секунды ваши результаты больше не имеют значения и обнуляются. В дуэли вы будете набирать баллы заново. Ну что ж, и первый на эту сцену я приглашаю Софико Кардава. Давай, девочка, давай. Видишь, как все в жизни неожиданно. Вроде уходила, а вернулась. Давай, расслабься, ты уже ушла. Уже не волнуйся, да. Все просто, вышло вот эти 100 несчастных зрителей. А ты... Ну, снова здравствуйте, получается. Я хочу ее тембр вот этот красивый еще раз услышать. Она мне очень нравится. О, какая песня!
Но это, конечно, заявочка. Браво! 99 голосов, Садико! Поздравляю! Приглашаю тебя. Бег плачет. Ты плачешь, Бег? Бег, не плачь! Пожалуйста. Нет. Поздравляю, поздравляю. Давай. Сражаемся, Бег. Ты оставила Бегу всего лишь один шанс. Ну, вообще, да. Так ты посмотрим, воспользуется он. Хорошо, что Алина Яровая не встала. Есть хотя бы один голос. Проходи, Бег. Бег Исраилов, желаю тебе удачи. Вот видишь, я сказал, расслабься. Старший брат уже в финале. Я понимаю, как это прозвучит сейчас, но тебе, чтобы выйти в финал, достаточно набрать всего 100 голосов. Я не знаю, как ты будешь петь сейчас, что ты будешь делать. Ну или хотя бы 99, потом будет голосование. Хорошо, я постараюсь. Ой, как я это все люблю, вот это вот все непонятное, спасибо. Непредсказуемое. Давай, удачи. Все, соберись. Все, да. Бег, ты все можешь. Давай! Стена ходит ходуном. У него есть этот, он может этой песни поднять. Очень сильные вокалисты в полуфинале. Боже, что вы творите?
Что вы творите с Сотней? Что вы творите с людьми, которые сейчас смотрят этот полуфинал? Что вы делаете? Коля, у меня тут предложение. Голосование тайное. Что за предложение, Сергей? Ну тут как бы все ясно. Это финалисты. Абсолютно равноправные. Это было бы совершенно некрасиво сейчас как-то тайно голосовать и выбирать, кто лучше. Они доказали в этой жесточайшей борьбе, что они оба заслуживают этого звания финалист. Спасибо. Ну... В другое время я бы с тобой поспорил. Но не в полуфинале юбилейного сезона! Да! Финале! Всех пятерых участников финала я приглашаю на эту сцену. Ребята, идите сюда. Я прошу спуститься лидера сотни Сергея Лазарева. Ну что, дорогие друзья, первый полуфинал получился просто невероятным по напряжению и по результату. 5 мест в финале заняты прекрасными, блистательными вокалистами. Им аплодисменты. Сереж, какие впечатления? Как тебе первые финалисты? Это было феноменально, друзья. Вы понимаете, что наши уже финалисты, каждый не набирали меньше, чем 98 сегодня, понимаете? Какое единодушие в сотне! Браво, спасибо! С некоторыми мы поработаем. А так, в целом, я вас очень люблю. Браво! Классные финалисты у нас! Ну, и отдельные аплодисменты. Давайте поблагодарим Алену Апину, Татьяну Иванову. Благодаря их энергии этот полуфинал 100% получился именно таким. Ну что ж, ровно через неделю на телеканале «Россия» мы узнаем полный состав финала 5-го юбилейного сезона самого масштабного вокального шоу. Ну-ка, все вместе! Ну что ж, дорогие телезрители, через неделю не пропустите! Вы должны это видеть и слышать!